Дашенька, чай поставь. Уже поставила. Ой, ты у меня умница. Я похожа на папу? Сама суди. Ну, мне кажется, что похожа. Вы так и не успели расписаться, да? Да мы даже не знали, что я в положении. Он уехал в Европу на заработки. Я позвонила и сказала, что беременна. Он так обрадовался. А потом эта авария и... Не представляю, что ты пережила. Да, себе в комнату поставишь. Так мне уже, кстати, надо ехать бабушке в больницу. Что купить? Она вчера просила только минералку и фрукты. Хорошо. Гош, миленький мой, ну посмотри, какая погода чудесная. Пойдем погуляем. Нет, мне эту машину дядя Степа подарил. Ты уже говорил. Ну, потом ею поиграешь. Пойдем в парк. Кошечка, а почему тебе надо вечно ждать? Ты меня слышишь? Я с тобой разговариваю. Я хочу поиграть. Боречка, ну осторожно, пожалуйста. Ты могла бы быть спокойнее? Нет, не могу. Надо все повторять по 10 раз. А тебе нужно 100 раз повторять. Не кричи на ребенка. Хорошо, прости. Георгий Борисович. О, какая машинка. Вы намерены сегодня идти в парк? А машинка? А машинку с собой возьмешь. Там хорошо, места много. Да, Вероника? Конечно. Ну, хорошо. Здравствуйте. 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 Гош, туда не уезжай. Вот здесь катайся. Вообще-то хотел машинкой поиграть. Я прошу прощения. Да? Вы не поможете мне? Да. Здесь в парке должно быть кафе. Какое кафе? Понимаете, я не местный, договорился, мне важная встреча у открытого кафе. Ну, парк большой, здесь несколько кафе. Дело в том, что я название не помню, но помню, что это открытое кафе, вот такие вот кабинки. Да, действительно, здесь есть такое кафе. Смотрите, вот по аллейке пройдете, минут через 10 вы выйдете к пруду. А там и правда есть то кафе, о котором вы говорите. Спасибо. Вы не проводите меня? Ну, я бы с удовольствием, но занята. Простите, вы мне очень помогли. Всего доброго. До свидания. До свидания. Гоша? Вы не видели мальчика? Маленький, 6 лет, в такой светлой курточке. Да нет, мы только что вышли. Нет, не видели. Не видели. Хорошо. Извините, пожалуйста, мальчика не видели? Маленький, 6 лет, светленький такой, в бежевой курточке. Не видел. Гоша! Моей дочке уже 18. Она учится на первом курсе журналистики. Вы уехали
отсюда сразу после школы. Почему вы решили вернуться? Из-за мамы. У нее был инфаркт, сейчас она в больнице. Уже получше, но все равно нужно быть рядом, помогать. Это не все. У вас был конфликт с руководством Большого издательского дома. У нас были некоторые разногласия. Разногласия — это мягко сказано. Был скандал. Вы написали резкую статью о местной прокуратуре. Но критиковала я прокуратуру, а скандалил главный редактор. Я думаю, он испугался. Прокуратура, кстати, промолчала. Знаете, у нас небольшое издательство. Свои, так сказать, прикормленные читатели. Надеюсь, у нас с вами все обойдется без конфликтов. Но это будет зависеть не только от меня. Да, разумеется. Благодарю. Коллеги, прошу знакомиться, наш новый сотрудник Галина Сергеевна Котляренко, звезда криминальной журналистики. Да, мы вас знаем. Я Диана, специалист по маркетингу. Очень приятно. Здравствуйте. Максим, корреспондент, художник, фотограф. Буду готовить идеальный кофе для вас. Не слушайте, он все врет, только воду умеет кипятить. Я Оксана, редактор. Очень приятно. Будет терзать ваши тексты. Ну, вообще-то, терзать тексты буду я. Оксана, она защищает журналистов. Ну, мы здесь на «ты». Возражений нет? Никаких. Ну, тогда располагайтесь. Мы рады, что вы с нами. Ждем вас завтра. Спасибо. Кажется, кто-то говорил про кофе. Макс? А чайник там у нас, да? Спасибо. Еще чуть позже, будьте добры, американо черный. Хорошо. Ну, девочки, я так рада вас всех видеть. Валя, мы как рады. Валька вообще не поверила, что ты вернулась. Ну, скажи. Теперь верю. Ты на совсем вернулась или как? На совсем. Я старую квартиру продала, новую здесь купила, большую. Мама у меня совсем плоха стала. Надо рядом быть, помогать. Ну, что мы о грустном? Да, давайте за встречу. За нашу дружбу. За вас, девочки. А где, кстати, Вероника? Она же тоже обещала быть. Не знаю. Она опаздывает, у нее какое-то ЧП случилось. Ну, ладно, как дочка, ты скажи, Дашка, учится? Да, она уже перевелась в наш универ. Слушай, а не злится на тебя за переезд из столицы? Знаешь, как-то она спокойно, на удивление, это все восприняла. Ну, квартира ей нравится новая. Бабушку она очень любит, а друзьями быстро обзаведется. Это правда. Ой, а вот Вероника. Ну, где ты ходишь, ну? Ника, привет. Ну, вечно ты опаздываешь. Садись. Нет, я на минутку, девочки, я не могу сесть. Что случилось? Какие проблемы? Проблемы — не то слово. Ну, садись, рассказывай. Хорошо. Я няней работаю, с ребенком сижу в семье, такой состоятельной, с деньгами. Мальчик у них, Гоша, 6 лет. Такой чудесный парень, ласковый такой у девочки. Ну, успокойся. Мы с ним в парке гуляли сегодня, и он пропал. Я буквально на минутку отвлеклась и смотрю, нет его, ну вообще нет, как сквозь землю провалился. А может, даже и на машине его увезли, я не знаю. В полицию обращаемся? Родители не хотят. Почему? Да я не знаю, я у них не спрашивала. Они и так меня чуть не убили. Они так на меня, девочки, орали. Нет, правильно, что орали? Правильно. Потому что это я виновата. Он маленький такой. Они... Держи. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Ой, и снова здрасте. Ты же завтра собиралась. Планы изменились. Герман у себя? Да, я слышал какие-то крики в его кабинете. Предполагаю, что это были предсмертные крики наших художников. Страшно. Я же вас предупреждал. Извините. Проходи, садись. Ну что, мы так и будем молчать? Честное слово, больше не повторится. Мы хотели подретушировать портрет. Поправить изображение, и я все испортил. Увлекся. Вы еще раз так увлечетесь,
И мы напечатаем двойной ваш портрет с надписью. Наше издательство скорбит о безвременно ушедших двух наших близких товарищей. Все, идите. Что у тебя? Кажется, у меня появилось дело. В одной семье пропал ребенок. Люди несостоятельны, возможно, похищение. В полицию пока не заявляли. Похищение? Ну, родители тебя на порог не пустят. Ну, я попробую. Материал-то собрать нужно. А как к ним в дом попасть, я решу сама. Заманчиво. Давай попробуем. Извините, а как вы... я представляю интересы детского фонда. И мы собираем средства для работы с детьми, подвергшимся насилию. Вот простите, моя визитка. Простите, это здорово, но я не очень понимаю, чем я могу вам я помочь. Я не займу у вас много времени, я просто вам расскажу о нашем фонде. Вот моя визитка. Знаете, мне сейчас не до этого. Ну, вы знаете, поговорила с вашими соседями, и многие согласились помочь. Это здорово, но, к сожалению, у меня нет времени. Девушка. Вам лучше уйти, девушка. Не займу много времени, 5 минут. Быть может, вы спасете какого-то ребенка. 5 минут. Спасибо. Понимаете, бывают такие ситуации, когда дети попадают в беду. Да, бывает. И бывает, что ни им, ни их родителям никто не может помочь. Да, вот у нас есть специалисты, психологи, врачи. И мы хотим, чтобы в такой ситуации, ну, когда с ребенком что-то случилось, скажем, к примеру, он пропал, у всех оставалась надежда, что все будет хорошо. К сожалению, в такой ситуации родители не всегда могут принять правильное решение вовремя. Что с вами? Ничего. У вас что-то случилось? Нет. Я не могу вам сказать. Почему? Я никому не скажу. Наш сын пропал. Гулял в парке с няней. Муж, наверное, я... Ну что? Снова обыскал весь парк, обзвонил все больницы. Его нигде нет. Господи. Надеюсь, он жив. Надо заявлять в полицию. Нет, пожалуйста. А если Гоша похитили, надо немного подождать еще. Сколько ждать? Похитить до сих пор не... Не понял, кто это. Здравствуйте, я Галина, из фонда помощи детям, пострадавших от насилия. Какое насилие? Это ты ее пригласила? Нет, так вышло. Галина занимается такими ситуациями, как у нас. Она может нам помочь, правда. Подожди, ты что? Ты что ей сказала об этом? Ты же не хотела помогать. Борь, но... Никто ничего не узнает, я умею молчать. Вот и отлично. Идите отсюда и молчите. Извините, но раз уж я в курсе ваших дел, у меня есть предложение. Может быть, нам стоит дать объявление в газету о пропаже ребенка? А если это похищение? Это поможет. Но похитители с вами не связывались? Никаких требований не выдвигали? Это вполне нормальное поведение, что вы пойдете и дадите объявление о пропаже вашего ребенка. Я не знаю. Мы же договорились никуда не заявлять. Короче, они согласились дать объявление в газету. Подожди, что ты там придумала? Какой фонд? Какие дети? Самый настоящий фонд. Я регулярно им помогаю. Каким образом? Ну, нахожу для них спонсоров, печатаю о них материал. А, ну хорошо, присядьте. Ну и дальше? Ну вот, родители согласились, чтобы мы напечатали сообщение о пропаже ребенка и дали его фотографию. А нам что из этого? Ну, вообще-то пропажа людей вызывает интерес и даже сочувствие читателя. Рейтинги? Ну, можно и так сказать. Тем более пропажа ребенка.
И это только начало. Дальше мы подробно будем сообщать и развивать эту тему. Ну, хорошо. Хорошо, готовь. Готовь сообщение. Дашунь, я еду домой, что-нибудь купить? Нет, не надо, я уже все купила. Молодец, у бабушки была? Да, уже приехала. Ну и как она? Нормально, бузит. Не хочет ехать в санаторий, сказала, что мы с тобой жандармы. Обязательно поедет. Ладно, давай, скоро буду. Целую тебя. Давай. Скоро все будет готово. Как дела? Ну, как бы с тех пор, как мы разговаривали, ничего не изменилось. Ты нормально можешь ответить? Все с вывертом. Да все нормально. Что с тобой? Так, давай договоримся. Поздно домой, не возвращаться. О, это что? Снова в третий класс? Мультики нельзя и в 9 в постель. Я серьезно. А я думала, ты шутишь. Ну что, по ночам вурдалаки ходят. Я же тебя нормально попросила. Мам, давай без репрессий, мой руки. С тобой невозможно разговаривать. Слушай, а что отец заканчивал? Художественное училище. А у него были родственники, друзья? Ну, естественно. Ты их знала? Почти нет. Давай с ними встретимся. Зачем? Ну, узнать, чем занимаются, чтобы про отца рассказали. Ты думаешь, они тебе больше про отца расскажут, чем я? Я с ними отношений не поддерживала, поэтому даже как связаться с ними не знаю. Я могу поискать. Ну, мам, это нормально. Я хочу знать больше про отца. Его родители живы? Понятия не имею. Не знаю и знать не хочу. А я хочу. То есть 18 лет от них не было ни слуху, ни духу, а теперь мы будем их искать. И ты столько лет копила обиду. Представь себе, копила. А я нет. И я могу, хочу и имею право с ними познакомиться. Да, пожалуйста, это твое право, но без меня. Никто не писал, не звонил? Нет. Я даже не знаю, что и думать. А вы не думаете, что пора обратиться в полицию? Нет, ни в коем случае. А почему вы так против? Потому что я уверена, я чувствую, что Гоша жив, а если мы сейчас растрезвоним, то будет еще хуже. В полиции никто не будет трезвонить, там работают профессионалы. Они постоянно сталкиваются с такими случаями. Конечно. И много таких похищенных спасали. Ну, представьте себе, спасали. Нет. Нет, я против. Алло, да? Это ты? Извините. Да, я. Сейчас прошу. Алло. Алло.
Я могу прямо сейчас отвезти вас в следственное управление. Нет, я никуда не поеду. Я же вам говорю, надо еще немножко подождать. Держи меня в курсе. Здравствуйте. Мне же кажется, мы в прошлый раз все обсудили. Да. Да, конечно. Я приехала узнать, как дела, и уговорить Тамару обратиться в полицию. Я же вам сказала, еще рано, я против. А мне кажется, что больше ждать нельзя. Жизнью Гоши рисковать нельзя. Вы рискуете жизнью Гоши, отказавшись от помощи полиции. А вот это правильно, я тебе об этом говорил. Боря, пожалуйста, давай еще немножко подождем. Чего мы должны ждать? Если бы похититель хотел бы денег, да? Он давно бы уже мне позвонил или вышел бы на меня как-то. Все, я звоню в полицию. Конечно. Боря, я прошу тебя, пожалуйста. Полиция, я хочу заявить о пропаже ребенка. Пишите адрес. По поводу вашей няни я понял. Андрей Викторович, тут... А кто эта женщина? Ваша родственница? А, нет, она из фонда благотворительного. То есть она в курсе похищения ребенка? Да, я рассказала. Она занимается такими делами, как у нас. Здравствуйте, я Галина. А вы? Подполковник Захаров, Андрей Викторович. Можно ваши документы? Да, конечно. Я не только из фонда, я еще и... Вы в курсе, что она журналистка? Ну, я еще из фонда. Ты журналист. Борис, я правда, я хотела помочь. Вон отсюда. Борис, я правда хотела помочь. Убирайтесь вон. Я занимаюсь расследованием, я сотрудничала с полицией, много статей напечатала и многим людям помогла. Я надеюсь, вы понимаете, что все, что вы здесь узнали, не должно попасть в газеты. Конечно, но и вы тоже поймите. Покиньте помещение, не мешайте работать полиции, а то я вас закрою на 15 суток за воспрепятствование следственным действиям. Проводи журналистку. До свидания. Няню найди и в управлении привези. Хорошо. С вами поговорит моя коллега, а мне нужно вам задать несколько вопросов. Лежите спокойно. Спасибо. Говорила с твоим лечащим врачом. Она говорит, что все хорошо. Ты молодец. Была бы молодец, если бы не попала с инфарктом. Ну, кто ж знал? Я знала. Но ведь груди болит, в руку отдает, все признаки сердца. А я все тянула, как-то не хотела к врачу. Хорошо, соседи скорую вовремя вызвали. Мы сейчас думаем насчет санатория. Чего? Ну? Мне и так тут надоело лежать. Так, ты не шуми. Тут полежишь, там не будешь лежать. Там будешь гулять, восстанавливаться. Вот еще чего придумали. Ну, мам. Ой, слушай, Даша сказала, она перевелась к нам в университет. Угу. Почему бы ей на исторический не пойти? Это ж так интересно. Она хочет на журналиста. Будет как ты. Про убийства писать, про пропавших людей. Ну, есть же люди, в театр ходят, на приемы. Это кто? Вот эта желтая пресса вся? Ну что? Ну, мам. Ну, не всем же в этом ужасе копаться. Я не копаюсь. Вообще-то я людям помогаю. Мам, не обижайся, что я так на тебя наехала, ладно? Ладно. Просто понимаешь, для меня очень важна эта тема. Все, что с отцом связано. Ты тоже извини. Зря я так. Что это, у тебя какие-то проблемы? Ну, как сказать. В лужу села. Хотела одной семье помочь, и закончилось все скандалом. Слушай, а хочешь? Хочешь развеяться? Как? Я уже весь город объездила и обходила. И просто столько мест классных нашла. Можно поехать завтра, позагорать, искупаться. Суббота же. Я с удовольствием, давай. Отлично. Значит, я с утра встану пораньше, готовлю нам завтрак, а потом еще возьмем с собой что-нибудь вкусненькое. Дарья, великая путешественница, я сейчас сама уеду, без тебя, Даш. Не кричи, я уже тут. Кто обещал первый встать, все приготовить? По-моему, ты. У тебя совести нет. Ну, совесть сегодня спит. Ты хотя бы умылась? Ну, я бегу. Бегом, бегом, давай, быстро. Я нам бутерброды с чаем с собой приготовлю. Кулема.
Вообще в этом деле все странно. И мама этого мальчика. Сейчас налево. Нет, она, конечно, переживает, но явно что-то скрывает. Эти какие-то странные телефонные разговоры ее. Мало ли кому она может звонить. Нет, это понятно. Но почему она так долго отказывалась заявлять в полицию о пропаже своего ребенка? Почему? Даш, куда ты меня везешь? Уже скоро. Там должен быть обрыв над рекой. Ее тоже можно понять. Кого? Мам, ну про кого ты мне сейчас рассказывала? Мать этого мальчика. Во всех детективах похититель не велит сообщать в полицию. Куда дальше? Сейчас направо. Мы приехали. Как круто! Красота! Просто восторг, аж аппетит проснулся. Мам, ну выходи давай. Скажи, здорово, да? Здорово, здорово. Да. Я за бутербродами чаем. Попьем, поедим их. Мам, что с тобой? Мам, просто высоты боюсь. Извини, правда, я не знала, раньше с тобой такого не было. Иногда случается. Ну, поедем в другое место? Если ты не против. Да какие вопросы, конечно. Материалы по делу об убийстве в садоводстве Якорь можно передавать в суд. Молодцы. Теперь по поводу пропавшего мальчика. За выходные опросили посетителей парка в тот день, но результатов пока нет. Районное отдел, участковый. Оповещены, фото раздали, работают. Да, педофилы пока в городе не зафиксированы. Мы параллельно тогда будем разрабатывать окружение родителей. Эй, Макс, эй, тебе нехорошо? Пока ты не пришла, все было нормально. Я тебе мешаю? Нет. А ты мне, да. Чем? Тем, что пришла и разговариваешь со мной. Ну ладно, извини, спи, спи. Макс, у тебя что-то случилось? Ты почему тут ночуешь? Дайте мне точку опоры, и я мгновенно усну. Ну правда, Макс, что случилось? Меня жена домой не пустила. Говорит, пришел рано. Рано это во сколько? В 5. И знаешь, правильно сделал, я бы тоже не пустила. Вот где ты шлялся до 5 утра? И ты туда же. Ой, все, иди. Тебя Герман искал. Я не понимаю, это еще долго будет продолжаться? У меня возникли проблемы. Ты не поверишь. У меня тоже. Я взял на работу опытного, известного специалиста по криминальным новостям, она не сдала ни одного материала. Я сдала сообщение. Сообщение? Сообщение! Сообщение – это ничего. Расследование она ведет. Печатать-то ничего нельзя. Я оценила вашу иронию. Да? Так это не ирония. Это высшая степень иронии. Это определяется как сарказм. Спасибо, я поняла. Герман, ну ты тоже пойми. Я только завоевала доверие этой семьи.
Стали проясняться какие-то детали, и тут ситуация резко обострилась, приехала полиция, меня выгнали из этого дома. Ты украла серебряные ложки. Хуже. Родители мальчика узнали, что я журналистка. Так, все, забыли. У меня тут есть один интересный материальчик. У известного человека семейная драма на почве ревности. Вот, запиши телефончик. Нет, нет, я лучше еще раз попробую наладить контакт, войти в доверие. Галя, знаешь, чего я не люблю? Упрямство. Я просто еще раз попробую. Не получится, займусь этой вашей семейной драмой. Галя! Я прошу тебя, слышишь? Я тебя умоляю, скажи. Ты меня умоляешь? Да. Ты использовала меня как игрушку для своих утех, а я все это время любил тебя. Слушай, я стоял перед тобой на коленях. С каких это пор тебя волнует общественное мнение? Слушай, Тринди, пожалуйста, будь благоразумным. Мне надоело быть благоразумным. Тихо. Я забираю Гошу и увожу его за границей, и я посмотрю, как вы будете жить в своем змеином гнездышке. Так, девушка, девушка, вам помощь нужна? Нет, спасибо. Проходите мимо. Я не понял, а чего так грубо? Я нормально с вами разговариваю, проходите мимо. Мужчина, правда, мы разберемся. А девушка, а может полицию, а? Иди отсюда. Пожалуйста, молю. Болван! Тихо! Не надо, все хорошо. Тамара. Что, доигрался? Доигрался. Пошел вон отсюда. Давай уходи. Просили сюда больше не приходить. Я подумала, вдруг вы сегодня согласитесь со мной поговорить. Нет, спасибо. А я думаю, что согласитесь. Нет, зря приехали. Только время потратили. Я как раз сегодня зря на вас потратила время. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что с утра с пользой прогулялась в парке. Ну, пошла вон отсюда! Я думаю, что нам лучше сесть и спокойно поговорить. Нечем с вами разговаривать. Да, я следила за вами, не буду отрицать. Почему? Потому что вы себя подозрительно ведете. Это мое личное дело. Уже нет. Вы ведете странные телефонные разговоры. Вы до последнего отказывались сообщать в полицию о пропаже вашего ребенка. Вы сегодня встречались в парке с мужчиной. У меня есть фотография вашей встречи. Вы из-за чего-то с ним ругались, спорили. Почему?
уходить. Давайте мы с вами спокойно обо всем поговорим. С вами нечем разговаривать. Но я же вижу, вам нужна помощь. Мне от вас ничего не нужно. Я сама мать. Я пойму. Расскажите мне, что происходит, и мы с вами вместе поищем выход. Послушайте, я сама со всем справлюсь. Но у вас пока не очень хорошо получается. Даже с этим мужчиной в парке. Это просто мы знакомые. Это не имеет к делу никакого отношения. А мне кажется, что имеет. Вы же знаете, что похищен сын вашего босса? Да, ужасная история. Мы все ему очень сочувствуем. А вы давно работаете заместителем Бориса Георгиевича? 3 года. Подождите еще секунду. За это время были конфликты какие-нибудь, связанные с бизнесом? Ну, такие, что пытались отомстить и похитили сына? Ну, да. Я думаю, Борис Георгиевич человек решительный, за эти годы в бизнесе всякое бывало. Но таких конфликтов, чтобы из-за них решились на похищение, я не знаю. Извините. Да-да, счастливо. Ваш кофе. Спасибо. А какие сделки вы планируете в ближайшее время? Планирую не я, планирует Борис Георгиевич. А я, как юрист, осуществляю сопровождение сделок. Ну, а какие сделки сопровождаете? Извините, но это корпоративная тайна. Уверяю вас, там все идет в обоюдных интересах. Анна, прослушки, у нас только мобильные телефоны. Стационарный в доме тоже, но звонков от похитителей пока не было, а врагов по бизнесу не обнаружили. Похитители не выходят на связь, не выдвигают своих требований. А что тогда может быть их цели? Давление или хотят, чтобы мы приняли их условия? Или мы не все знаем? Или не там ищем? Ну, мы еще не беседовали с двоюродным братом Бориса. Он же его партнер по бизнесу. Он не выходит на связь, не можем дозвониться. Трубку не берет. Сейчас, секунду. Подполковник Захаров. Андрей Викторович. А, да, это я. Здравствуйте, это Галина Котляренко, журналист. Мы с вами встречались в доме... Да, я вас припоминаю. А, вы меня помните. Я хотела бы с вами поговорить. Послушайте, давайте как-нибудь в другой раз. Я понимаю, что вы очень заняты, но у меня есть информация по пропавшему мальчику. Я занимаюсь расследованием... А кто вас просил этим заниматься? Я занимаюсь журналистским расследованием, и никто не имеет права мне этого запретить. Ну так мы можем поговорить? Хорошо, я скажу на проходной, чтобы вас пропустили. То есть, что мы имеем по факту? Есть разговоры, смысл которых вы не поняли. Это раз. Нежелание писать заявление в полицию о похищении. Это два. Ну и встреча в парке с мужчиной каким-то странным. Это 3. Ну и что? Это все? А этого мало? Вообще-то, знаете, маловато, чтобы обвинить женщину в похищении собственного ребенка. Я такого не говорила. Зачем вы искажаете мои слова? Я говорила, что она что-то знает. Если она что-то знает, значит, она соучастница. Это одно и то же. А почему вы это исключаете? Зачем женщине похищать собственного ребенка? Я не знаю. Вот и выясните это. Я принесла вам факты, используйте их как-нибудь. Галина Сергеевна, вы принесли мне свои домыслы. И хотите, чтобы я их как-то истолковал? Да, потому что у меня связаны руки. Я не могу делать публикации. Это может навредить мальчику. Скажите, а где вы всему этому обучались? Этому это чему? Ну, оперативно-розыскным, как мы это называем, мероприятием. Сбору информации, наружному наблюдению, анализу. По книжкам? Да. Я говорю с вами на совершенно серьезные темы, так что ваши насмешки совершенно неуместны. Галина Сергеевна, я тоже совершенно серьезен. И совершенно серьезно вам заявляю, что вы своими несерьезными действиями можете нанести серьезный вред. Следствию? Мальчику, которого похитили. Нет, я, конечно, вам признателен, что вы как-то уговорили родителей, чтобы они, наконец, обратились в полицию. Но если мать ребенка действительно причастна к похищению ребенка, то теперь преступник знает, что по его следу идут. И не просто идут, а кто-то знает его в лицо. Так вы будете что-то делать? Разумеется. Но я надеюсь, без вашей помощи.
Привет, ты чего так поздно? Господи, что с тобой? Что произошло? Все нормально. В смысле нормально? Да посмотри на себя. А что? Я тебе говорила, домой возвращаться не поздно. Я пришла вовремя, а ты? Что случилось? На меня напали. Кто? Ты его знаешь? Я не видела лица, догадываюсь, кто это был. Кто он? Даш, дай выдохну, 1000 вопросов в минуту. Как ты там? Нормально. Ужин на столе. Спасибо, Дашун. А это мог быть тот мужчина, с которым она встречалась в парке? Вполне. Но ты не уверена? Как я могу быть уверена? Я не видела его лица. Но то, что эта женщина испугалась, когда я сказала, что у меня есть фотографии их встречи в парке, это точно. То есть она могла его на тебя натравить, чтобы заставить тебя молчать? Она могла ему рассказать, что я знаю их встречи, и он решил сам меня припугнуть. То, что мать похитила ребенка, прежде это было только мое предположение, мои догадки. А теперь что? А теперь я в этом уверена. Подожди. А как он смог тебя узнать? Он видел меня в парке. То есть теперь он знает тебя в лицо? Да. Отлично. Поздравляю. И вообще, я теперь тебе запрещаю поздно приходить домой. Понятно? Еще раз? Нет. Ну что, вы не узнаете? Я не знаю этот голос. Вы не торопитесь, ну, внимательно послушайте. Что-то торопиться, не торопиться. Мы 3 раза прослушали эту запись. Мне этот человек не знаком. Если ты передашь этот разговор, и меня начнут искать, сына ты больше не увидишь. Вам запустить еще раз? Нет. Спасибо. Я не знаю, кто это. Скажите, а откуда этому человеку стало известно, что вы обратились в полицию по поводу исчезновения вашего сына? Откуда мне знать? Ну, из полиции эта информация не могла уйти. Утечка, скорее всего, произошла из семьи. Вы так не думаете? Нет. У нас никто не мог. Послушайте, я правда не представляю, как он об этом узнал. Может быть, вы все-таки с кем-то поделились? Я? Зачем мне это делать? Я первая была против того, чтобы вообще кому-либо сообщать. Боялась за Гошу. Вам точно больше нечего добавить? Нет.
Ну что, коллеги, ваши впечатления? Ну, они оба вели себя скованно. Как будто боялись сказать что-то лишнее. Ну, они могли действительно не узнать голос. Экспертиза же показала, что либо трубка была закрыта платком, либо голос был технически искажен. А, мне кажется, Яна права. Они явно оба что-то тщательно скрывали. А Тамара вообще выглядела как-то испуганно, что ли. Ну, а что это значит? Что это, ну, ваша. Журналистка права. Ну, та, которая криминалом занимается. Во-первых, она не моя. А во-вторых, она криминалом не занимается, она о нем пишет. Ну да, да, да. Просто она сказала, что у матери мальчика была какая-то встреча с неизвестным мужчиной. Если это похититель. Так или иначе, получается, что мать что-то знает о похищении. Да, вы еще говорили, что у вас была назначена какая-то встреча с двоюродным братом отца мальчика. Ответил наконец-то. Завтра должен прийти. И как ты себе это представляешь? Мать украла у себя своего собственного ребенка? Нет, я такого не говорила. Но то, что женщина это что-то скрывает, это факт. Почему она отрицает, что встречалась в парке с этим мужиком? Галь. Но муж тоже ведет себя странно, как будто ничего не замечает. Они оба что-то скрывают. Я знаю. Они оба украли ребенка. Макс, ну не будь олухом. Тебе Галя просто перечисляет странности в этом деле. Да какие странности? Я тебе 300 объяснений приведу сейчас. Приводи, мы посчитаем. Хорошо. У них было общее преступление, и они не могут выдавать друг друга. Ну, допустим, раз. А, у них была суррогатная мать, и она украла ребенка. Смешно, но два. Они утопили «Титаник» 3. Слушай, Макс, ну ерунды уже не говори. Мне кажется, что жена что-то знает и скрывает это от мужа. Мужья же у нас все последними узнают. Это смотря какие мужья. Разные, Макс, мужья. Разные. Особенно такие, как ты. Ребят, я здесь. Ты, может, поговори с нянечкой? Вдруг она что вспомнит? Да, ты права. Спасибо. Ну что, до завтра? Ты домой? Нет, я все еще наказан. А в редакции Герман не разрешает. Да ладно, видно будет, переночую где-нибудь. А может, меня кто-то пожалеет, кому не плевать на мою судьбу, и в ком еще осталась хоть капля человеческого. Ух, и наглый ты. Ладно, поехали ко мне. Да, ты человечище с огромным сердцем. Пойдем. Хочешь, я поведу? Ты садись назад, для тебя там детское кресло. Кого выглядываешь? Никого. Пошли. Дашунь, ты дома? Че ты встал? Проходи, располагайся. Что нового узнала? Ничего. Ну, правда. Правда? Все, как ты говорила. Уехал в Германию, а потом случилась эта авария. Я тебя понимаю. Спасибо. А знаешь, я не одна. Со мной мой коллега. Мужчина? Мужчина. Твой ухажер? Нет, его просто жена домой не пускает. Здравствуйте. Добрый вечер.
Просто поразительно, как ты быстро обзавелась бойфрендом. Я же тебе объясняла. Ему негде ночевать, он поругался с женой. А ночевка у нас дома поможет их отношениям с женой наладиться. Даш. Ну хорошо. А где же он будет спать, когда вернется бабушка? Не валяй дурака, это на одну ночь. Мы посмотрим. А вы, значит, репортер и фотограф? Художник-фотограф. Причем всемирно известный. Ну, разумеется. В разъездах? Бывает. Я просто почему спрашиваю? Я учусь на факультете журналистики. Угу. И вот выйдешь замуж за коллегу, а он потом будет ночами на задании. Дарья. Все нормально. Знаете, Даша, еще многое от жены зависит, ночует муж дома или нет. Ну, в том смысле, привяжет ли она его за ногу, чтобы не удрал? В том смысле, хочется ли домой возвращаться после работы? Бывает, что хочется, но домой не пускают. Ну, просто, если вас завтра домой не пустят, а что вы тогда делать будете? Пока не знаю, но постараюсь вас, Даша, больше не стеснять. Да о чем вы говорите? Мы всегда вам рады. Ну что? Да мы тихо. Тихо не получится. Почему? Потому что я тебе сейчас башку, вот эту вазу, запущу, чтобы ты тут не шатался, и будет громко. Понятно. Вы знаете, этой ночью я так испугалась. Казалось, будто кто-то по дому ходил. Вы ничего не слышали? Вам-то приснилось? Да нет. Все было очень реалистично. Прямо за дверью кто-то на цыпочках прокрался. Вот прям такой звук. Цок-цок-цок. А потом какой-то шорох, шепот и снова шаги. А потом еще и дверь бахнула. Ну просто жуть. У детей так бывает. Им такие отчетливые сны снятся, что они их порой с реальностью путают. Ну ничего, с возрастом это пройдет. Так, заканчиваем завтрак. Макс, мы опаздываем. Мам, ну подожди, дай человеку спокойно поесть, когда ему еще домашних сырников пожарят. Ешь. А ты убери со стола. Хорошо. Слушай. Привет. Это я. Как Гоша? Хорошо. Ему нравится у меня. Дай мне с ним поговорить. Не получится. В другой раз. Чего ты хочешь? Мне просто нравится с ним общаться. А то, что мне нужно, я уже вам сообщил. До свидания. Подожди, подожди! Ну что, ты у них в доме больше не была? О чем ты? Они меня больше на порог не пустят. Я же Гошку не доглядела. Ну, понятно. Вообще они какие-то странные. Все время как будто что-то не договаривают, особенно мать Гоши. Ты за этой Тамарой ничего странного не замечала? Да нет, я как-то не совала нос в чужие дела. Хозяева этого не любят. Давай сядем. Давай. А как у них отношения с мужем при тебе были? Ой, ну, раньше были идеальные, а в последнее время... Ты знаешь, он как будто бы к ней приглядывался, пытался что-то понять. А она? Она нервная какая-то стала. Гошку одергивала, да. А Борис ей замечания делал, но я особо не вникала. Слушай, вряд ли ты знаешь этого мужика, с которым она в парке встречалась. Он в доме у них не бывал. Она с ним тайно встречалась, но вдруг... Вот. Ой, это же Степан.
двоюродный брат Бориса. Отца Гоши? Угу. Гошка его обожает. Да и он Гошку тоже. Охренеть. Камер наблюдения в парке нет. Поэтому машина, на которую ссылается няня, она нигде не зафиксирована. Эксперты подтвердили, что голос звонившего изменен, но голос идентичен с первым звонком. Ну, хоть установили, кому прижит этот номер телефона, откуда был сделан звонок? Да, Андрей Викторович, но, правда, он оформлен на пенсионера, живет за городом, и куда делся телефон, он не знает. Значит, мы просто стоим на месте. Надо как-то двинуть эту историю. Ищите других свидетелей из парка. Там же есть кафе, прокаты, мороженое. Может, кто-то видел эту машину. Вообще, где этот двоюродный брат? Говорит, опять в разъездах по делам. Скоро будет. Хоть справки-то о нем навели? Ну, так точно. По адресу его нет. Но соседи говорят, он живет один, тихий, вроде бы не пьющий. Машина у него Citroen C4, черная. Поэтому вроде по цвету подходит. И что, это все? Да, еще офис-менеджер вспомнила, что у братьев был конфликт, и Борис отстранил Степана от основных дел. Хоть что-то. Так, давайте разрабатывайте этого дядю Степу, пробейте по номеру телефона его местонахождение. Не нравятся мне эти тихие бизнесмены. Телефон брата оставим на прослушку? Да, конечно, я получу разрешение. Только не спугните его. Да, и номер телефона этой Галины найдите мне. Так она же вам звонила. Она из дежурной части звонила. Отбой, я сам ее найду. Тамара, здравствуйте. А как вы? У вас было открыто, я вошла, извините. Господи. Скажите, что у вас за манера приходить без предупреждения? Ну, я подумала, так будет лучше, вдруг вы будете не в настроении. Простите, у меня болит голова. Ой, знаете, у меня есть очень хорошие болеутоляющие. Спасибо, и свои. Ну, как хотите. Но нам нужно будет поговорить. Послушайте. Нашим делом занимается полиция. Мы туда обратились, как вы, собственно, и посоветовали. Спасибо. Полиция не знает некоторых вещей, а я знаю. Слушайте, если вы снова от этой встречи в парке, то... Не только о ней. Почему вы мне тогда не сказали, что Степан ваш родственник? Какое это имеет значение? Ну, если никакого, тогда почему вы мне не сказали правду? Речь идет о жизни вашего сына. Почему вы меня обманули? Не ваше дело! Это не ответ. Какие у вас отношения со Степаном? Никаких. Никаких? Тогда почему он вам звонит каждый день, когда вашего мужа нет дома? Потому что наш няня Вероника наболтала. Вероника здесь ни при чем. Уже уйдите, пожалуйста. Если бы речь шла о вас и о вашем муже, меня бы здесь уже не было. Но речь идет о жизни ребенка. Я не понимаю, что происходит. Какую роль во всем этом играет Степан? Почему вы с ним встречались в парке? Молчите? Хорошо. Тогда я все эти вопросы задам вашему мужу. Нет! Пожалуйста, я вас очень прошу, только не ему. Почему? Тамара. Степан вас шантажирует. Да. Пойдемте. У вас нет связи. Была. А ребенок? Да, Степан, он отец Гоши. Биологический отец. Понятно. Вы меня презираете, да? Нет, что вы. Нет, в жизни бывают всякие ситуации. Вы его любите? Нет, 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 это был глупый порыв. Потом это прошло. На тот момент вы уже были замужем с Борисом. Да. Самое ужасное. Я пыталась ему несколько рассказать, но мне не хватило сил. Я очень боюсь его потерять. Он меня не простит. Почему вы так думаете? Я знаю, не простит. Я надеялась, что все утрясется, но не утряслось. Это Степан похитил Гошу. Да. И что он хочет? Чтобы я ушла к нему. Степан, он всегда был в тени Бори. Боря, он талантливее, умнее, успешнее. А Степа его деловой партнер. Но он допустил ряд ошибок, и Боря отстранил его часть дел. Это стало последней каплей. Теперь Степан хочет отомстить Боре.
Ромка, я вас очень прошу, пожалуйста, не рассказывайте полиции о нашем разговоре. Это семейное дело, мы сами все утрясем. И поверьте, я уговорю Степана вернуть Гошу. Тамара, я могу вам это пообещать. Я просто не понимаю. Ну хорошо, допустим, вы уйдете к Степану. А как это воспримет Гоша? Как Степан вообще себе все это представляет? Не знаю. Не знаю, с ним случился какой-то срыв. Если до этого времени он был готов пойти на то, что Гоша никогда ничего не узнал, то сейчас вдруг угрожает, настаивает на отцовстве. Но вы понимаете, что теперь все это выплывет наружу? Вы думаете, Борис не догадывается? Нет, я надеюсь, что нет. Тамара, если вы хотите сохранить семью и спасти сына, вам нужно все рассказать мужу. Вот это номер. Пацан думал, что чувак – это дядя, а он папа. Не представляю, как мальчик Гоша сможет это все понять. Не знаю, мне все-таки Тамару жалко. Она влюбилась, увлеклась, думала, что это любовь, а в итоге и себе жизнь искалечила, и остальным. Ребята, кто о чем? Давайте подумаем, как парня спасать. Теперь понятно, почему похититель выдвигал то одно требование, то другое. И зачем? Чтобы помотать нервы Тамаре. Чтобы заставить ее развестись с мужем? Думаю, да. Что ты собираешься делать? Пока не знаю, но что-нибудь придумаю. Я считаю, об этом нужно сообщить в полицию. Герман, теперь получается, что это семейное дело. Степан вреда мальчику не причинит, Гоша его сын. Я с Галей согласна, да и потом есть надежда, что все образуется, и мальчик ничего не узнает. Каким образом? Ты думаешь, дядя, он же папа, вернет ребенка? Чё-то я сомневаюсь. Я тоже. А когда дядя Степан приедет? Скоро должен приехать. А почему его так долго нет? Ну, значит, занят. У него работа давно закончилась. Ну, я ж тебе говорю, скоро приедет. О, дядя Степан приехал! Смотри, смотри, смотри! Гоша! Гоша! Опа! А что я тебе привез? Мороженое, йогурт, чипсы и конструктор! Конструктор! Ура! Ну что, в общем, все нормально. Там по бытовой линии все в порядке. Удок, все нормально. Я проследил. Кашка там, йогурты. Все в порядке. Так что, если что, я уже все. Степ, могу ехать? Вить. Еще одна ночь, а? Ну, я не могу, у меня дела, я договорился. У тебя делишки, а у меня дела. Гоша? Степа! Гоша! Я поеду в город, закончу дела. Что тебе привезти? Дядя Степан, а когда ты меня к маме и папе отвезешь домой? Надо быть самостоятельным. Ты же мужик. Угу. Дай 5. Дай 6. Ты дома? Никто не звонил? Нет, никто. Боря, нам надо поговорить. Говори. Нашего сына похитил Степан. Гоша у него. Степан? Ну зачем? Боря, я перед тобой очень виновата, но, пожалуйста, давай я тебе потом все это объясню, хорошо? Сейчас главное спасти Гошу. Он звонил тебе, где он его прячет? Нет, он не сказал. Да, еще. Об этом знает журналистка. И если она расскажет полицию, то Степан, он очень опасен. Правда, он псих, ты свяжись с ней. Оставайся дома. На телефоне.
и не смей никуда уходить. Если честно, я бы никому не дала кусать свое мороженое. У вас мама дерматолог? Или мороженого жалко? Нет, просто не люблю нахалов. Ко мне это не относится? Потому что я просто решил вас проводить. Нет, не относится. Все нормально. Вы извините меня за такое повышенное внимание. Просто вы показались мне интересным человеком. Да сколько угодно, у меня все равно есть молодой человек. Вашему парню повезло. Вы красотка. Что вам тут надо? Мам! Вы мне? Тебе какого черта ты здесь появился? Мам! Не встревай! Что, случайно познакомились? Ну, честно говоря, да. Мам! Если с моей дочерью хоть что-нибудь произойдет, я тебя из-под земли достану. Я честно говоря, не понимаю, чем... Что ты понимаешь? Чем я вас прогневал? Отсюда! Даша, я не понравился вашей маме. Проваливай! Еще раз я тебя здесь увижу. Стой. Даша, домой. Мама, да что с тобой случилось? Ничего. Ты не скажешь, в чем дело? Ни в чем. Ни в чем. Нормально. Да ты просто всех собак на него спустила, я в шоке. Никогда не разговаривай с незнакомыми людьми. Мама, опомнись. А продавщицы в магазинах? Так и с голоду умереть можно. Перестань придуриваться, ты понимаешь, о чем я? Нет, я не понимаю. Мы просто купили одинаковые мороженые, и он... Он преступник, Даша! Кто? Это он похитил мальчика. Он его биологический отец. Допустим, но если он его отец, то это и не преступление. Все равно это похищение. Я-то тут при чем? Он знает, что я веду расследование. И он знает, что я подозреваю его. И что, он специально? Да. Он специально тебя выследил. Купил вслед за тобой мороженое и заговорил с тобой. Но зачем? Чтобы показать мне, как ты уязвима. И что он в любой момент сможет до тебя добраться. А значит, уязвима я. Покататься решил? А что? Погода чудесная. А что ты за мной поперся? Да думаю, куда этот братец собрался? Любопытный Варваре на базаре нос оторвали. Показать Дегошку? Покажи. Пойдем. Ну что, ты сразу все понял? Я не был уверен. Мне показалось, что голос твой. И Тамара вела себя так, как будто бы догадалась, что к чему. А то, что я спал с Тамарой, ты это тоже понял? Теперь да. Зачем я по-твоему Гошку забрал? Чтобы отомстить мне и Тамаре. Мне потому что подвинул себя в бизнесе, а Тамаре... Ты дурак! Ты дурак, Боря! Потому что Гоша
мой родной сын. Несешь, придурок. Тамара моя женщина. Я ей понравился. У нас был роман. Я больше никого не смогу полюбить так, как ее. Ты знаешь, какие звуки она издает ночью? Ты чего несешь, придурок? Давай, давай без психоза. Они уйдут от тебя. И Тамара, и Гошка. А может, ты ничего не хочешь? Может, тебе еще бизнес переписать? Если бы она тебя любила, она давно бы мне об этом сказала и ушла к тебе. Она просто... Просто что? Ну, что? Но она просто не решается. А ты ей предлагал? Да, я предлагал. И что она ответила? Она жалеет тебя. Ну, не хочет тебя огорчать. Ага. Лишиться такого комфорта. И этот великой любви к тебе, а? Заткнись. Она меня любит. А знаешь, все было не так. Да, она ошиблась. Да, был этот роман. Да, родился Гошка, но он мой сын. Мой. Я воспитал его. Я люблю его. И ты его никогда не получишь. Я заберу их у тебя. А давай так. Ты сейчас возвращаешь мне сына, и мы все забываем. С полицией решу. Запомни, ты их никогда не получишь. Песок, братик. Да, больница номер 3, я поняла. А что случилось с вашим мужем? Я не знаю точно. Говорят, избили. Скорая привезла. Рыбаки нашли на берегу. Без сознания. Ждите там, я скоро буду. Андрей Викторович? Это Галина, журналист. Я хочу домой. Степан, приедешь, скажешь ему. Я ему говорила, а он сегодня отвозит меня. Значит, тут еще побудешь. Я хочу домой. Не ной! Приедет Степан, с ним и говори. Все. А что вы на меня кричите? На меня никто никогда не кричит. Ты ноешь, как девчонка. Не ори на него. Да он первый! Здорово. Привет. Привет, дорогой мой. Как ты? Дядя Степан, а зачем ружье? Это что, ружье? Ну, для самозащиты. А я тебя ждала, ты не едешь и не едешь. Ну, я ж приехал. Стоп, мы так не договаривались. Ты говорил, дело семейное. Изменилась ситуация. Теперь может быть что угодно. Ты чё, шмалять собрался? Эй, не трогай. Всё. Вить, ну... Всё, дальше без меня. Вить. Дурак ты, Степан. Вить, ну... Виктор, я заплачу тебе денег! Что эта штучка делает? Не трогай. Я полежу немножко. Дядя Степан, что с тобой? Может помочь? Устал. А что с рукой? Ремонтировал кое-что. Поранился. Это все за меня. Да, это я во всем виновата. Я. Сейчас нужно думать не об этом, а о том, как вернуть домой Гошу. Идиот. Кто? Это Степа его избил, да. Это он. А что они делали там вдвоем у реки? Не знаю, но это он. Добрый день. Могу я с вами поговорить? Вы
восьмую палату. И вечером не забудьте вторую капельницу. Хорошо. В общем, все указывает на то, что Гошу похитил его дядя Степан. И он же сбил отца мальчика. Что они делали вдвоем у реки, пока неизвестно. Но думаю, что Степан напал и на меня у моего дома. Он напал на вас? Ну, я оделась с легким испугом. Я лица не видела, но больше некому. Я думаю, что Тамара рассказала ему, что я веду расследование. И рассказала, что я их видела в парке. И он решил меня как-то припугнуть. А почему они еще не рассказали нам про нападение? Но я никак не увязывала это с похищением Гоши. Вы понимаете, что вы натворили? А что я натворила? Разузнала больше вашего? Нет, это вы, конечно, молодец. Но из-за того, что вы ничего нам не рассказали об этом, отца мальчика чуть не убили. Отца мальчика чуть не убили не из-за этого, а из-за того, что жена крутит Романа на стороне. Вы должны были нам обо всем рассказать. А я к вам приходила и пыталась рассказать. И хочу напомнить, вы погнали меня, сказав, что сами будете искать Гошу без моего участия. Ладно. Нет, ну вы, наверное, правы, что мальчика похитил дядя, но где он его может держать и кто об этом знает? На. Спасибо. Да, я понял. Ваш муж не говорил, куда собирался поехать? Нет. Ну а какие вообще у него были планы? Искать Гошу. А мне сказал сидеть дома. А его брат? Может быть, он говорил, куда могли спрятать вашего сына? Не говорил. Ну а сами вы не прикидывали, где может быть Гоша? Может, вам что-то в голову приходило? Его теперь никто не найдет. Степа срыв. Он сумасшедший. Можно я с ним поговорю? Ну, попробуйте. Пойдем поговорим. Пойдем, пойдем. Вставай. Значит так, я понимаю, что тебе сейчас тяжело. Тебе стыдно перед мужем, и ты во всем винишь только себя. Это я знаю. Да, мы об этом с тобой обязательно поговорим. Но сейчас нам нужно понять, как помочь Гоше. Как я могу помочь? Я прошу тебя, чтобы ты перестала в себе копаться и подумала о сыне. Взяла себя в руки. Ты единственная, кто сейчас может ему помочь. Ты мать, ты пойми, ему страшно. Он один, он плачет, он думает о тебе, а ты... Что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты взяла себя в руки и включила свою голову и подумала вместе со мной. Степан мог спрятать мальчика в месте, о котором он хорошо знает, но немногим оно известно, понимаешь? Да, я это понимаю, представляешь? Была у него любимая женщина. Что? Ну, квартиру он снимал для тайных свиданий романтических, не знаю. Нет, любит только меня. А, понятно. Ну, дом, дача, нет, бабушка наследство нет, оставила. Нет, нет. Друзья ключи давали от квартиры, дома. Я не знаю его друзей. Понятно. Ну, отдых. Где он отдыхал? Труба за рыбалкой, может быть. Господи, какая рыбалка? Он вообще хотел увезти Гошу за границу. Хорошо, бизнес. Гостиницы. Я не знаю, бани, что-нибудь. Господи, я говорила тебе, что Боря все отобрал у него. Пансионат. Что? Он купил заброшенный пансионат, а денег на ремонт не было. Нужно Бориса допрашивать, если он пришел в себя, конечно. Да, допросим. Она сказала, восточное направление – бывший пансионат профсоюзов у озера. Название не помнит. Так, быстро выясняйте, что там за пансионаты в этом направлении. Есть. А я группу захвата организую. Да, ищи. Координаты сразу. Мне на мобильный. Останься в больнице. Допроси Бориса, как он придет в себя. Я еду с вами. И это не обсуждается. Андрей Викторович. Да пусть едет. Так, я не понял, а вы куда собрались? Я еду с вами. Вы что, не понимаете, это операция по задержанию преступника. Которого помогла вам найти я. Это не важно, давайте из машины на выход. Даже не подумаю. Вы что, не понимаете, что это опасно? Мы что, так и будем стоять припираться? Ваши уже уехали. Потрясающая женщина. Дядя Степан, что с вами? Я заболел. Мне очень плохо. Надо врача позвать. Не надо. Где ваш телефон? Я позвоню. Не надо, Гоша. Надо маме позвонить, она врача позовет. Мы не можем никого позвать.
дальше через лес пешком. Так, куда вы? В машину. Мне надо с вами. Сядьте, пожалуйста, в машину. За мной. Там ничего нет. Там какой-то дядя. Какой дядя? А ну-ка. А ну-ка, помоги. Гоша, спрячься там и не высовывайся. Уходите! Уходите, никто не пострадает! Я буду стрелять. Наши действия. Да ждем, там же ребенок. Я понял. Уходите! Я буду стрелять! Ну что здесь делать? Я вам сказал, около машины быть. Еще чего? Я стреляю! Уходите! С мальчиком все в порядке, вы слышите? Убирайтесь! С ним ничего не случится! Слушай, не валяйте дурака! Вы же понимаете, что мы не уедем, пока не убедимся, что с ребенком все в порядке! Уходите! Я буду стрелять! Брось оружие! Я не отдам своего сына! Дядя Степан, не надо стрелять! Блокируй выход! Работаем. Не двигаться! Все на пол! Бросить оружие! Лесно! Гоша! Гоша, он мой сын! Он должен быть со мной! Садите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Садись, Гошенька. Привет, папа. Как ты себя чувствуешь? Боря, лежи, не поднимайся. Тебе нельзя. Привет, сынок. Уже лучше. А я тебе яблоки принес. Спасибо, сынок. Мне пока нельзя. Не переживай, Гошенька. Не переживай. Наш папа скоро поправится. Заберем его домой и снова будем жить вместе. Правда? Правда. У Степана оказалась редкая болезнь, что-то вроде инфаркта, синдром разбитого сердца. Это как? Ну, от перенесенных потрясений. Да, и, кстати, он признался, что он напал на вас. Да, я чувствовала, что он за мной следит. А нет, вот это он, кстати, отрицает. Говорит, что узнал ваш адрес, ждал вас во дворе, а так, чтобы по городу ездить за вами, нет, этого не было. Тогда кто это был? Не знаю, какой-нибудь ваш тайный поклонник. Смешно. А мне вот не смешно. Я, честно говоря, удивляюсь вашему хладнокровию. Подвезти вас? Да нет, спасибо. Но если у вас еще что-нибудь случится, вы мне звоните. Всего доброго. Ага, сейчас. Номер телефончика и смс-кой только пришлите. Ну, вы же мне звонили только в кабинет, на рабочий. Здравствуйте. Извините, если напугал. Ничего, Костик.
Привет. Привет, дорогая. Ну, как дела? Слушай, хорошо, мальчишку этого нашли, вернули его домой. Ну, класс. Устала смертельно. А что за письмо? Не знаю, сейчас посмотрим. Ну, хорошо, я ужин разогревать. Давай. Ну все, ужин готов. Мамочки, что с тобой такое? Что случилось? Мама, что это за письмо? От кого оно? Что? Все-таки зря мы с озера ушли. Хватит болтать, идите молча. Задолбал уже всех твой муж. Сам трудоголик, так еще и всех пахать заставляет. Ну, нет, ну шел бы сам себе на эту охоту, так ему компанию подавай. Я не понял, почему растаможка так дурно обошлась? Слушай, они там что-то перерасчитали. Мы в итоге еще должны оказались. Нужно в суд подавать. Давай не будем с ними ссориться. Просто заплатим и все. Нам еще для фабрики оборудование везти. Ну, серьезно, зачем? Заплатим. Нет, хватит. Оборзели совсем на взятках. Пускай суд решает. Это ты их прикормил. Твои поставки тебе и отвечать. Миш, да погоди ты. Слушай, я так хотел провести этот день с тобой. Тихо, тихо, тихо. Может, с ружьем? Позже. Позже. А я люблю заревать на реке с удочкой. Очень красиво. А сегодня ни пуха, ни пера. Ну да. Два часа уже по лесу болтаемся, и все без толку. Может, к озеру вернуться, а? Боюсь, поздно уже. Ну давай же на сегодня закругляться, а? Ну ясно, что уже ничего не добудем. Народ уже еле ноги тащит. Ничего с ними не случится, ноги они тащат. Охота есть охота. Что, зря сюда тащились? На, малыш. Так, я вот что предлагаю. До следующего озера пара километров. Там наверняка утки будут. Миш, ну глянь на часы. И что? Ну что, что? Ну сколько бродить уже можно? Какое озеро? Какие утки? Слушай, давай только без этого. Приехали на охоту, так давай охотиться. На кого? Я за все это время видел только пару улиток. Не стал убивать. А тебя никто не спрашивал. Я такой же охотник, как и все. То чего я должен молчать? Рот закрой! Малыш, давай ты с ним будешь как-то попасть. Хватит, я сказал.
Миш, а тебе одному можно говорить? Ты бы нас с утра предупредил, так мы рты заклеили, сидели б молча. А я тебя предупреждаю. Мне давно твои шутки надоели. Боюсь, аж трясусь. А я еще не начинал пугать. Да блин, ну начни, давай, начни. Все. Ну хватит, ребят, ну давайте без драм уже. Да пошли вы все. Мир, ружье возьми. Отлично поохотились. Подай мне. Тимоха, ты со мной? Да. Да, ребятки, дружная компания у нас подобралась. Ну, отца, кто убирать-то будет? Помогите мне кто-нибудь. Да ладно, я помогу. Ой, Дашка, как хорошо. Молодец, что ты меня вытащил. Просто умница. Я знаю, что я умница. Я лес люблю. Жалко, что редко выбираемся. Даша, смотри, лисички. Стреляли. Да. Где-то недалеко. Только вот я не знаю, а разве здесь охотятся? Вроде нет. Но звук был с той стороны. Давай туда не пойдем. Ну да, а то подстрелю. Мам, не отставай. Все равно возле реки ничего нет. Давай тут пойдем. Смотри, сыроежка. Сыроежка. Здравствуйте. Здоровей видали. А мы как раз думаем, кто стрелял. Это вы? Нет, не я. Уточка. Я их свистом сшибаю. Чего ищете? Да мы так, гуляем, грибочки. Собираем. В парке гулять надо. А грибочкам еще рановато. Ну, почему же? Вот. Опять рано пошли, грибов не видать. Идем. Пойдем. Капец, ну и упыря мы с тобой встретили. У меня у самой чуть сердце не остановилось. Мам, давай грибы в супермаркете собирать, я уже домой хочу. Смотри, там люди какие-то. Да ну и в баню. Мне этого мужика странно хватило. Ну что, теперь прятаться, что ли? Пошли. Ну куда он делся? Я не знаю, я его не видел. Слушайте, а кто стрелял? Кто из вас стрелял? Нет. Тоже? Я не стрелял. Тимох, ты что ли? Ребят, мы не одни. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Девушки, здрасте. Простите, пожалуйста, а вы не видели мужчину в камуфляже? Выглядит как охотник, но без ружья. У вас что-то случилось? Знаете, мы тут друга потеряли. Нет, такого не видели. А телефон у него с собой? Звонили, не отвечает. Тим, набери еще раз. Малыш, выходи! Миша! Мам, что ты делаешь? Оружием интересуетесь? Может, помочь? Нет, спасибо. Телефон включен, но не отвечает. Из ружья стреляли? Стреляли. Раньше на реке по корягам полили. Понятно. Нужно его искать. Мы можем вам помочь? Можем. Хоть это было бы неплохо. Да, мы можем. Миша! А почему он один ушел? Он куда-то собирался? Миша-то, я просто пройтись решил. Бездарный день сегодня. Ну ладно, Ген, смотри по сторонам лучше. Вась, ну ты же свистеть не умеешь. А Михаил мог заблудиться в лесу? Не думаю. Ну а если бы заблудился, он смог бы выжить один? Если бы в этом лесу водились аллигаторы, и он встретил одного из них, то я бы скорее переживал за животное.
Мы тут мужика одного встретили, тоже охотник. Может, это он? Что он? Ну, может, это он стрелял? Все возможно. О, слушай, господи. Может, он пошутил? О чем ты, Паша? Ну, сидит в машине сейчас, вискарик попивает, над нами ржет. А мы тут ищем его, круги нарезаем. Нормальный, Паш, у меня муж пропал. Он на телефонные звонки не отвечает. Ты шутишь. Не знаю. Дай попить. Странные они какие-то. Угу. Как будто ему не очень-то искать надо. Ну да, энтузиазма не наблюдается. Мам, тут нужна группа спасателей, полиция. Поедем домой? Да, ты права. Поговорю с Мирианой. Стой! Мам, что? Что там? Ребят, все сюда! Марианна! Это Мишина кепка. Да, здесь его, кровь. Миша. Господи, что же с ним произошло? Мамочки, Миша! Это его телефон. Не трогайте телефон, там могут быть отпечатки. А где он сам, Миша, боже мой? Мам, подожди причитать, может, все еще в порядке будет. Привет какой-то. Миша-то нет? Слушайте, ну давайте его здесь искать, у этого болота. Алло, Андрей Викторович, здравствуйте. Это Галина Котляренко, помните? У меня-то дела хорошо, спасибо. Тут человек пропал. Зоран, ищи, ищи, ищи. Молодец, хорошо. Вот и сходили на охоту. Не говори. Ну, Мишаня умеет выходные испортить. Талант. Нет, я не понимаю. Я не понимаю, что с ним могло произойти. Успокойся. Участковый с кинологом разберется. Собака должна найти. Правильно, что мы вызвали полицию, но... Что? Тут не все так просто. Мам, ты и так сделала все, что могла. Мам. Ну, что? Извините, мы ничего не смогли сделать. Слишком много отвлекающих факторов. Собака потеряла след. Спасибо большое. Ну что, поехали? Спасибо вам огромное. Ну и что будем делать? О, что делать? Ехать надо. Что здесь торчать? Полицию вызывать? Пусть прочесывают. Как думаете? Мариан, мы к тебе. Вдруг он дома уже, а? Угу. Точно. Да, точно. Давайте, конечно. Можем мы к вам присоединиться? Я криминальный журналист и веду расследование случаев, похожих на ваш. Ой, ну если вы не устали. Нет. Просто на тот случай, если вашего супруга не окажется все-таки дома, я смогу быть вам полезной. Ну, конечно, давайте, поехали. Мы поехали. За вами. Да, давайте. Даша, поехали. Иду. Зачем ты волосы в зеленый цвет покрасил? Я покуражиться хотел, вот и... Слушай, ну и нашли бы тебе прорабу. Материалом я тебе помогу. Так у тебя дома я огромный. Поняла, хорошо, да хорошо. Так только как все, новости будут ушел. Какие-то, дай мне знать. А ты на журналистике учишься, значит, да? Да. Как можно учиться журналистике? Ну, в смысле, там много интересных предметов. Языки, литература, политология, правоведение, модульные технологии даже есть и экономика. Ну, довольно интересно, журналист должен знать все. А почему ваш муж ушел один без ружья? Мы поссорились. Выясняли, ехать домой или оставаться на охоте. Он разозлился. У него вспыльчивый характер.
Ну, я бы сказала, что он может быть резок, если ему противоречит. Мариан, у тебя есть что-нибудь покрепче? Вась, в буфете все, иди возьми. Галя, а вы будете что-нибудь? Ой, нет, спасибо, мы уже поедем. Галочка, спасибо вам огромное за помощь, за поддержку. Пойдемте, я расположу. Даш? Что думаешь? Странно подобралась компания. Неплохое начало. Ну, не знаю. Мне еще в лесу показалось, что они только делают вид, что его ищут. Делают вид? Почему тебе так показалось? Ну, было такое ощущение, что они не особо хотят его найти. Думаешь, у них есть повод его недолюбливать? Если его и убили, то убийцей может оказаться один из них. Мне так кажется. А тебе не показалось, что в доме потом их поведение поменялось? Да, в доме они вообще перестали о нем беспокоиться, говорить. Как будто бы этого Крупенникова вообще и не было. Будто он им мешал. Тут два варианта. Либо они так спокойны, потому что они уверены, что он найдется, либо убийца один из них. Но есть еще третий вариант. Убийца, может быть, этот охотник. Помнишь, мужика в лесу мы встретили? Ну и то, что кто-то из этой компании может быть убийцей, этот вариант тоже отметать не стоит. Это значит, что у всех у них есть причина его убить? Да. Капец. Алан. Галина Сергеевна, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а это вы сами ищете приключения? Или рядом с вами всегда что-то происходит? Очень смешно. А человек действительно пропал. Ну, мы уже занимаемся этим делом. Присаживайтесь. Благодарю вас. Правда, результатов пока ноль. Полицейские, волонтеры прочесали весь лес, но ничего не нашли. Он как в воздухе растворился. Местных жителей опрашивали? Ну, разумеется, жителей близлежащих домов. Только этого вашего странного охотника никто не видел. Обещал, конечно, помочь участковый. Понимаете, с одной стороны, мне кажется, что разгадка в этой компании, с которой он охотился. Факты или ощущения? Ощущения. Ну, ощущений для дела маловато. Но спасибо. Мы начнем разорвать всю эту компанию родственников пропавшего. С другой стороны, я могу ошибаться. Это вполне могут быть местные жители. Они ориентируются лучше и знали, куда получше спрятать тело. Ну, а зачем? Какой мотив? Да и вообще, мне кажется, никакого убийства не было. А выстрел? А тело? Что тело? Ну, где оно? Да откуда ж я знаю? Я разговаривала с этой компанией охотившихся. Они уверяют меня, что никто из них в этот момент не стрелял. Я нюхала их ружья, посмотрела стволы. Там есть нагар. Из них, правда, стреляли. Но они уверяют, что это было гораздо раньше, еще утром. Что? Ничего, ничего. Ну, что вы улыбаетесь? Я просто представил себе, как вы нюхали эти стволы. А это смешно? Да нет, нет. Вообще не смешно. Я пришла с вами поговорить серьезно, а вы ведете себя несерьезно. Галина Сергеевна, ну не обижайтесь. Так. Ну и куда мог пропасть этот исчезнувший охотник? Герман, если бы я это знала, Стаси бы не было. Прям мистика какая-то. Мистика читателям понравится. Да, это точно. Слушай, а может он решил поселиться там, в этой деревне? Ну, вот снизошло на него что-то там, озарение. Снизошло поселиться в захолустной деревне? Ну, а что? Вот я мечтаю поселиться в деревне, посадить сад вишневый. Своя вишневая наливочка. Никаких тебе проблем. Ни с бумагой, ни с налогом, ни... И с этим тиражом будь он проклят. Так и он. Жена достала, на работе все наперекосило. Герман, а? Ну я пойду. Да, эту статью в завтрашний номер готовь. Угу. Сейчас я... Оксана, это то, что ты искала? Ой, спасибо большое. Галь, я тут подумал. Ты не сможешь внедриться в их компанию.
Я почти это сделала. Они знают, что ты ведешь расследование. Ну и что? Они будут остерегаться тебя, молчать. Поэтому тут нужны свежие силы. Свежие силы — это ты, что ли? Не только. Мы с Оксаной под видом семейной пары. Ну, как мы смотримся, а? Вот ты смотришься, как женатый прохиндей, который пытается охмурить свою коллегу. Галь, ты не права. Тут нужно внедряться постепенно, шаг за шагом. Ты для начала постепенно в свою семью обратно внедрись, пока тебя окончательно не выставили. Ладно, статью мы сдадим, а дальше что? А дальше? Следователи начали работу с его окружением, я займусь тем же. Минералочка, йогурт, мама компот сделала, вот еще яблочки. Куда столько? Бабушка, пусть будет. Ты лучше скажи, как ты, как твое сердце, как самочувствие? Ой, ну как тебе сказать, все нормально. Надоело лежать, пора выписываться. Ну потерпи еще, еще немножко осталось, надо лечиться. Да? Ну сколько можно терпеть? Ты лучше о себе расскажи. Да хорошо, все, по-старому. Да? А ну-ка выйдем. Хорошо, все нормально. Как у тебя дела в университете? Хорошо. А педагоги? Хорошие педагоги. А на личном фронте? Бабушка, я хотела... Понимаешь, я тут пыталась больше об отце узнать. А что об отце? Ну, какой он был, с кем дружил. Просто мама говорит, что она никого из его родных с тех пор и не видела. Ну, да, конечно, она же сразу уехала в другой город. Его родные знают, что я родилась? Ну да. Мама писала, но они не ответили. Да, все правильно. После привала мы ушли вместе с Тимофеем, потом разделились, и дальше я пошел один. Как далеко от вас был выстрел? Ну, знаете, в лесу это сложно сказать. Наверное, 500 метров. Хотя я могу ошибаться. Ну вот, где-то здесь у нас был привал, а потом мы уже пошли с Василием. А чья идея была поехать охотиться? Инициатива была моего мужа, он вообще любит собирать большие компании. Позвал друзей и нас с Тимофеем взял. Тимофей — это ваш сын? Да, от первого брака. Он пасынок Михаила. А вы любите охоту? Хорошо стреляете? Да, представьте себе, я хорошо стреляю. Меня папа в детстве научил. А что? Да, после той ссоры мы вместе с Павлом отошли. Потом я какое-то время шел с Геннадием, а потом один. В общем, от места привала я пошел один, а потом, через какое-то время, меня догнал Тимофей, и некоторое время мы шли вместе. И что было дальше после привала? Ну, мы с Марьяной вот вместе пошли. Вы все время были вместе? Да, и потом уже, когда к дороге выходили, вот к машинам, тоже были вместе. Ну и выстрел прозвучал через 10-12 минут после того, как охотники покинули привал. В общем, это все они подтвердили. Да, и за это время они опять разбрелись по лесу. То есть, что получается, в момент выстрела они все двигались примерно в одном направлении? Да, но при этом вместе были только жена пропавшего Крупенникова и его друг Василий. Так что алиби нет ни у кого. Даже у этих двоих они могли быть в сговоре. А что, у них есть мотивы? Если есть, мы пока о них не знаем. Вообще, выстрел — это единственная зацепка. Потому что мы не знаем даже, кто в кого стрелял и убит ли этот Крупенников. Надо собирать информацию об этой компании охотников. Узнать, в каких они были отношениях. Да есть один человек. Кто? Галина Котляренко. Криминальный журналист. Она по счастливой случайности оказалась здесь, грибы с дочкой собирала. Наверняка уже ведет свое расследование, у нее есть какие-то материалы. Вопрос в том, вот она станет ими делиться? Промишку. Да, да. Девушка, не поможете нам? Чучело, поздоровайся сначала. А, девушка, добрый день. Здрасте. Здрасте, не поможете нам? Мы просто сами не местные. Вов, ты все-таки дубина. Мы же договаривались. Сначала здрасте.
потом, как интеллигентные люди, представляемся, рассказываем, как нас зовут, и только потом начинаем врать, что мы не здешние. Позвольте отрекомендоваться, Владимир. А я Руслан, друг этого оболтуса, который вечно все портит. Да, это я. Итак, мы студенты-медики, последний курс, а вы, дайте угадаю, сельскохозяйственный. Ну, прости, это что, только что был комплимент? Только что, по сути, назвал девушку колхозницей. И после этого, ты думаешь, она станет с нами разговаривать? Я извиняюсь. Ну, ладно. Девушка, простите, как вас зовут? Даша. Чудесное имя. Даша. Давайте его прогоним, он реально все портит. Пусть остается, он симпатичный. Даша, вы не только очень красивая, но еще и очень добрая. Да, с тобой могут иметь дела только очень и очень добрые девушки. Да, да. Да. Давайте, Даш, я угадаю. Вы, наверное, историк. Нет, ну, тогда, наверное, что-то гуманитарное у вас такое одухотворенное лицо. Журналистика, первый курс. Вов, ты слышал? А ты сельскохозяйственный. Уже время, а у меня столько дел. Было приятно познакомиться и хорошего вам дня. Пока-пока. До свидания. Даш, давайте пересядем. Зачем? Ну, запишите мой номер телефона. У меня телефона нет. А вы часто так с Владимиром, с девушками знакомитесь? Это уж больно слажно у вас-то получается. Нет, это впервые. Я попросил его, чтобы он мне помог познакомиться с тобой и Валю. Да ладно, брать. Ой, мам, привет! Знакомься, это Руслан. Руслан, это моя мама, Галина Сергеевна. Очень приятно. Такая молодая мама. Я бы вас даже принял за сестру. Слушайте, а давайте все завтра пойдем в кино или покатаемся по реке. А можно то и другое. Спасибо, я занята. Позвольте, я помогу. Нет, я сама. Ну и зря. Знаете, мне это ничего не стоит, а вам нагрузка на позвоночник ни к чему. Он врач, да? Да. Ты идешь? До свидания. Мам! Мам, а скажи, пожалуйста, почему ты так разговаривала с Русланом? Как так? А то ты не знаешь, сквозь зубы. Процедила, будто он нас обокрал. Не знаю, мне показался наглым. Я не привыкла, чтобы молодые люди так себя вели. Да ну, он студент, учится на медицинском, а там все такие прикольные. А откуда такие глубокие познания о студентах-медиках? Мам, ты не права. Ужин готов, мой руки за стол. Спасибо, я не хочу. Да-да. Галина Сергеевна, добрый день. Очень рад, что вы пришли. Здравствуйте. Ну, когда вас вызывают следователи? Ну, почему же сразу вызывают? Присаживайтесь. Я вас просто пригласил, чтобы извиниться, я в прошлый раз вел себя некорректно. Вы молодец, ну, с этими ружьями. В смысле, профессионально вы очень все сделали. Принято. И чтобы совершенно загладить свою вину, хотел бы пригласить вас посидеть в кафе. Вы меня вызвали в следственное управление, чтобы пригласить посидеть в кафе? Почему нет? Действительно, почему нет? Идем? Да. Сейчас? Если брать версию об убийстве как приоритетную, то вы были правы, Галина. И мотивы нужно искать внутри той компании, которая была на охоте. И тут вам понадобилась я. Ну, хорошо. Я попробую их разговорить, установить их взаимоотношения, составить какой-то психологический портрет. А у вас есть подобный опыт? Ну, исходя из личных, семейных проблем?
Я не замужем, у меня нет семейных проблем. Извините, неудачная шутка. Да. Вы должны будете предоставить мне информацию по каждому из этой компании, чтобы я смогла точнее ориентироваться. Галя, ну вы же профессионал и понимаете, что я не могу вам предоставлять информацию по этому делу. Давайте уточним. То есть я вам буду помогать, а вы мне нет? Ну, смотря в чем. Счет за чай и пироженку. Я так и быть беру на себя. Благодарю вас. Мой ответ нет. Не люблю, когда меня используют. Ну, пошутил. Галя. Алло. Алло, Марианна, здравствуйте. Это Галина. Ваш муж не объявлялся? Нет, к сожалению. Я бы хотела подъехать, поделиться новостями. Ну, если у вас есть какие-то новости, да, конечно, приезжайте. Нам пока ничего не известно. Договорились. Я скоро буду. Да, давайте. Галина опять это. Да, ну и что? Вася. Пока тело Миши не нашли, здрасте. Есть Надежда. Привет. Здрасте. Надежда? Ну а где он может пропадать все это время? Тим, поешь что-нибудь, а? Не хочу. Тим. Очень много дел. Как же тяжело сейчас молодежь живет. Ужас. Послушайте, есть сотни разных вариантов. Просто не нужно терять надежду. Это главное. А я всегда думаю о хорошем. Погуляет и вернется. Вот хорошо вы сейчас оба сказали. Вот правильно. Галина опять. Да? Угу, хорошо. Да, сейчас иду открою. Ты же посидишь с нами, выпьешь, расскажешь. Слушай, я на одну минуту. Встречалась со следователем? Нас тоже вызвали, и что? Ну, мы теперь все будем в курсе следствия. У меня с ним полный контакт. Ну хорошо, сейчас расскажешь. Ну, кот, взял сам все и починил. Ну, ты даешь. Садитесь. Добраться до топливного фильтра, это уметь надо. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Слушай, Ген, а ты теперь и резину сам менять? Кстати, Ген, у меня задний мост стучит. Не посмотришь, я заплачу. И копейка живая. Марианна, у нас Гена теперь мастер-автосрезарь. Ну, если что. Буду иметь в виду. Вот смотрю на вас, ребят, и понимаю, когда такие друзья есть в жизни, это счастье. Самородки вы мои, юмористы. Геннадий, это очень хорошо, когда у мужчины руки и голова на месте. Медицина так считает. Я пойду приготовлю еще закуски. Никто не спорит. Я помогу. Так что, Ген, я записываюсь, да? Ну что, никак не угомонится? Ну, что ты узнала у следователя? Он понимает, что я первая оказалась на месте, ну, там, в лесу, где твой муж пропал. Ну, поэтому обо всем меня расспрашивает. Ну, это же очевидно, что ты сделал кто-то из местных. Их надо трясти. Естественно. Они этим сейчас и занимаются. Да, вот и не похоже. Нас на допросе чуть ли не пытали. Кто где был в момент выстрела? Это нормально. Они сопоставляли факты. Выясняли, правильно ли ваши показания. А такое ощущение, что подозревают кого-то из нас? Они будут подозревать всех и каждого, пока не найдут виновного. Это их работа. Да, немного ты выяснила. А сама что думаешь? Самое неправильное – это строить гипотезы, не имея фактов. Шерлок? То есть ты считаешь, что это мог быть кто-то из нас? Кто знает. Это уносить? Угу. О, отлично. Кому долить? Да всем виски, наверное, да? Я за рулем. Мне можно сок. Конечно. А я без машины, хорошо. Машина в ремонте. Ну что, давайте, чтобы с Мишей все благополучно завершилось. Мы не чокаясь? На всякий случай. Ну, пока жена на кухне. По-дружески.
Как-то все прошло. Посплетничали? Конечно. Говорили о Михаиле. О том, были ли у него друзья, были ли враги. Ну, своих врагов все знают. Уж ты так точно. Это ты о чем, Паша? А? Пошутил. Да ладно, брось ты. Что ж среди друзей-то скрывать? Ты нам расскажи, что хотел сказать-то этим. Слушай, а чего пристал, ну? Да нет. Ну, историю. Мальчики. Нормально все. Просто что-то Паша хочет рассказать мне. Погоди. Да? Ты точно хочешь знать? Точно. Точно хочешь да. знать? Хорошо, я скажу. Давай. Ты думаешь, никто не знал о том, что ты Мишане на бабки кинул, да? И о том, что он обещал тебе башку оторвать. И оторвал бы, между прочим, если бы не пропал. Ой, да ладно, ладно, Паш. Кто-кто, ты бы помолчал. Особенно, если уж о врагах говорим. У тебя с ним старый счет. Да пошел ты, а! А почему Вася наехал на Павла? Что он имел в виду? Да ничего он не имел в виду. Ну, серьезно, грешки какие-то. Ой, не хочу об этом говорить. Что, такой большой секрет? За Пашей грешков не было. За моим мужем – да. Он как-то раз ему отказал дать денег, когда у Паши были большие проблемы в бизнесе. Ну, Паша как-то выкрутился. Общение не прекратилось с Мишей, потому что Миша влиятельный. Он может быть полезен, но предательство, как он считает, он ему не простил. Каждый раз он вспоминает, когда выпьет. Так Василий имел в виду, что Паша мог отомстить? Мог. Ну, по крайней мере, так Вася считает. Слушай, они там не подерутся? Ой, не беспокойся. Да ладно вам, ребят, все вы здесь хороши. Вон Марианочка у нас любовника завела, а? Что ты сказал? Ой, а что, вы не в курсе, что ли, а? Представим, если Миша бы об этом узнал. Сразу бы ее выгнал бы, ничего бы она не получила. А так получит все. Закрой рот, сволочь. Марианочка, может, это ты Мишу грохнул? Заткнись, еще хоть слово скажи. Тихо, тихо, тихо! Я понял! Паша, отвали. С кем наша женушка гуляет? Павлик, ты необычайно догадливый человек. Ребятки, может, это вы вдвоем, а, его заказали? А, вдруг... Да что да. И охоту все это придумали! Между прочим, у каждого здесь был повод его ненавидеть или бояться. И у тебя, и у тебя! Вон, Тимоху даже взять, а? Тогда ему, дай ему возможность, он отца своего родимого живьем бы зарыл! Че, офигел, что ли? Да ладно! Вы что, все с ума сошли? Заткнитесь! Почему он так сказал? Что я ненавидел Михаила? Угу. Они с матерью поженились, мне 10 лет было. Я его как отца и не воспринял. И иногда назло делал, не слушался. У Михаила ведь своих детей не было. Да и терпением он не отличался. Но он и... Бил тебя? Не то слово. Но это не повод, чтобы убивать. Несколько лет назад, когда он вновь на меня руку поднял, я обещал убить его. Все об этом знали. Но ты этого не делал. Всем доброе утро. О, поздновато вы на работу являетесь. Босс уже у себя. Оксана, тебя просил зайти Герман. Ну-ка, посмотри на меня. Что? У тебя совесть есть? Оксана меня приютила. Я же у тебя ночевал. Ничего. Ну, у меня-то понятно ничего. А Оксана? Ну, Оксана. Ничего. Тут она вся расцвела.
Так это же прекрасно, когда женщина расцветает. Нет, Макс, это плохо. Ну, ей же не только постель от тебя нужна, она надеется на серьезные отношения. Зачем ты так делаешь? Слушай, вот вас, женщин, не поймешь. Ты говоришь плохо, а Оксана говорит хорошо. Дурак ты. Гал, Герман просил тебя зайти. Все версии, связанные с бизнесом пропавшего, все его контакты мы отработали, но там, к сожалению, ничего нет. Зато мы узнали, что его приемный сын в компании своих дружков похвастался, что убил отчима, и тело никто не найдет. Да, арестовали, везут к нам. Герман, ну не верю я, что молодой парень мог хладнокровно убить отчима, спрятать тело, ни в чем не сознаваться, а потом вдруг бац и проговориться. Ой, Гал, я тебя умоляю, в жизни такое бывает, не поверишь. Короче, готовь материал в завтрашний номер о том, что пасынок задержан по подозрению в убийстве отчима. Все. Хорошо, я это сделаю, но для начала я еще раз съезжу в деревню, соберу материал. Ну я не уверена, но вдруг... Делай, что хочешь, ну, чтобы завтра была статья в номере. Все. Окей. Да, Гал, по поводу этого парня, Руслана, с которым встречается твоя дочь. Я спрашивал у своих там приятелей в полиции, они выяснили. Он однажды был задержан за торговлю легкими наркотиками в ночном клубе. В общем, непростой парень, бузатер. Черт, я так и знала. Спасибо. Да не за что. Давай. Да поймите вы, я никого не убивал. Послушай, у тебя был мотив, была возможность и были средства. Какой мотив? Какая возможность? Какие? Так, сядь! Да что вы вообще несете? Какой не парень? Все знают, что ты ненавидел отчим. Мало ли кто кого ненавидел. Вот у вас есть люди, которых вы ненавидите? Да, да, есть люди, которых я не люблю, но я не рассказываю, что я их убил, а потом спрятал тело. Да поймите вы, ну, просто выпили мы, с ребятами сидели. Я решил покуражиться, понты кинуть. Убедительно получилось. Да не убивал я его! А если бы и убил, то куда бы я дел тело? Вот давай, расскажи нам, куда ты его спрятал. Господи! Ничего, посидит в камере и расколется. Я тоже так думаю. Он на грани. Еще немного и начнет говорить. Угу. Его показаний будет мало. Улик нет. Тела нет. Начнет говорить, скажет, где тело. Угу. Сомневаюсь я. У него не было времени спрятать тело. Так что собираем улики, отрабатываем другие версии. Свяжитесь с экономическим отделом. Пусть узнает все про бизнес Крупенникова. С кем он был связан, кем повязан. Большой бизнес, большие проблемы. Ну, это ясно. Если ясно, чего сидим? Привет. Привет. В общем, так получилось, я навела справки о Руслане. Отлично. И ничего хорошего я не выяснила. Помимо того, что у него скверный характер, была еще не очень приятная история в его жизни. Ты про то, что он был задержан за наркоту? А ты откуда знаешь? А ты сама как думаешь, он мне рассказал. Зачем? Чтобы я была в курсе, он от меня ничего не скрывает. Он говорит, что был идиотом. Ну, баловался легкой клубной дурью. Но теперь-то с этим покончен. Ты что несешь? Вообще не важно, что он говорит. Я не хочу, чтобы ты с ним встречалась. Он мне не нравится. А мне нравится. Даш! Здравствуйте, извините. Здрасте. Я ищу мужчину-охотника, лет 50. Он такой мрачный. А зачем он вам? Поговорить. Девушка, вам никто ничего не скажет. Это же Матвей, боятся его все. А почему боятся? Ну-ка, сидел он за убийство, год как вышел. А нрава у него не доведи Господь, так что лучше не связывайтесь. Спасибо. Здравствуйте, а я вас искала. Чего надо? Вы знаете, тут недалеко от деревни в лесу человек пропал. И вы в тот день были в лесу. Мы вас встретили, я еще с дочкой была. Чего тебе надо? Может быть, вы его видели? Сейчас, минутку.
Вот, посмотрите, вы его не встречали в тот день? Матвей, никто не знает, что с ним. Может быть, вы тело видели? Откуда знаешь, как меня зовут? Из полиции? Валяй отсюда, больше не подходи ко мне. Знаете, дело даже не в его жене. Полиция арестовала ее сына, и на него это дело повесили. Могут засудить невинного человека. С чего ты взяла, что он невиновен? Да не мог он хладнокровно убить и спрятать тело. Он молодой, глупый, но похвастал перед друзьями, что отчима убил. Его и взяли. Баран. Вы совершенно правы. Баран, баран. Ладно, видел я того мужика, который у тебя на фотке. Где? Из лесу выходил. Из лесу? Без кепки, без ружья. Машину ворот поймал, попутку и уехал. Не может быть. Пошли. Я, ну когда же зайти, скажи? Ну, вечером после шести. После как раз товар привез. Хорошо, прихожу. А ты куда? Забили. Здрасте, у меня обед. Бюрократка. Через час привез. Сердца у тебя нет. Марьяна. О, Матвей. Ты даже не подходи, пока не рассчитаешься и ничего у меня не проси. Ты понял меня? Не, ну ты посмотри на него. Долги-то ты когда вернешь, а? Меня в конце концов хозяин просто расстреляет, убьет нафиг. Ты понимаешь? Да еще кто кого убьет. Так, Матвей, когда долг вернешь? Когда вернешь? Да не трещи ты, я не о том. Помнишь мужика мы видели с тобой? Который из леса вышел, что ли? Да, он самый. Вот я и расскажи. Расскажите? А, ну так по грибы я тогда пошла. С утра поднялась, никаких грибов нет, ничего не нашла. Что ж ты думаешь? Ты по делу давай. Так я по делу, вот вышла я из лесу, не солоно хлебавши. А тут Матвей идет. Ну, слово за слово, болтаем. Прямо в дороге. А тут, глядь, мужик идет. Посмотрите, пожалуйста. Этот? Ну да, он самый. Да еще такая на башке царапина огромная была. Ну, вышел на дорогу, поймал машину, сел, да привет. Спасибо вам большое. Да не за что. Вот у меня есть визитка, там мой номер телефона. Вы позвоните мне, пожалуйста, если что-нибудь еще вспомните. Ну, так а что, я все сказала. На! Спасибо, Матвей. Невероятно, это просто невероятно. Все это время его все искали, практически объявили убитым, а он жив, я поверить не могу. А его приятели и друзья подозревали друг друга в убийстве. Именно. Только теперь непонятно, для чего он прятался. Хороший вопрос, а главное, у кого? Кстати, да. Это я позже выясню. Нужно сейчас готовить материал. Сейчас все, что ты нам рассказала. Срочно. Окей. Как вы могли, Галина Сергеевна, не сообщить нам, что Крупейников жив? А я была обязана? Обязаны. Потому что идет расследование. Расследование чего? То есть я была обязана сообщить, что человека не убили. Это что-то новое. Ознакомься. Я полагала, что вы допросили всех свидетелей, а это не так. Кстати, все, что там написано, может подтвердить продавщица магазина. Матвей отказался с вами разговаривать. Он сидел и ничего подтверждать не будет. А когда вы собираетесь отпустить Тимофея Пасынка? Вы думаете, так просто?
Так, Крупенникова живым никто не видел. Его могли убить деревенские, а вам соврать, что видели живым. Мог убить Тимофей на следующий день, например, да? Вы ошибаетесь. Он о том, чему натерпелся, теперь вы его мучаете. Ой, его только не надо, никто его здесь не мучает. Представляю, как вы на него давили. Никто на него не давил. Он сам, между прочим, распустил язык. Да мало ли кто что кому говорил. Послушайте, Галина Сергеевна, мы не журналисты. Вот о чем хочу, о том пишу. У нас есть подозреваемый, должны его отработать. А у Тимофея, у него был мотив, у него было время и, главное, средство. И знаете, на допросе он очень странно себя вел. Еще бы, все на одного. А ничего, будет ему урок. В следующий раз не будет болтать лишнего. Вот и я стараюсь помалкивать и не болтать лишнего. Вот как? А что, у вас есть что скрывать? Ну, давайте, рассказывайте. Оформим явку с повинной. Не дождетесь. Я могу идти? Да, разумеется. Ты в этом году отдыхать куда-нибудь поедешь? Мы только переехали сюда, поэтому я даже не думала об этом. Поехали на море. На это денег много надо, и маму просить. Ну, мы комнату на двоих снимем. Недорого все будет. На водных лыжах, на параплане покатаемся. Комнату на двоих. Не рано ли размечтался? Ну, хорошо. Две комнаты снимем, и маму твою можем взять без проблем. Я смотрю, у тебя вообще проблем нет. Да. Ну, наверное, за это ты мне и нравишься. А я в тебя уже. Что ты уже? Влюбился. Болтун. Телефон взял. Так, пойдем ко мне. Ну, я недалеко живу, зарядить. Ну, твоя мама вряд ли будет рада. Ты же мой друг. Поэтому ничего страшного. Девушка, вам помочь? Нет, спасибо. Егор. Галка, привет. Привет. Вот и встреча. А сколько лет прошло, как ты уехала? Примерно 18. 18. Ты совсем не изменилась. Врешь. Стала еще красивее. Опять врешь. Давай помогу. Ой, спасибо. Давно приехала в город? Нет, недавно, но уже устроилась в газету. Поздравляю, молодец. Спасибо. Как мама поживает? Был инфаркт, сейчас в больнице, но уже лучше. Но все равно нужен уход, реабилитация. Обязательно привет передам. Обязательно передам. А ты чем занимаешься? Продаю продукты. Ну, у меня своя компания, мы поставляем продукты в рестораны, магазины, оптовая торговля. А, ну это круто. Да, стараюсь. Женат? Нет. А ты? Я тоже не жената. Слушай, рад была тебя повидать, но я просто тороплюсь и... Может, увидимся? Да, конечно. Давай. Так. Вот, держи. Вот здесь мой номер. Звони, и мы договоримся. Когда и как. Пока. Пока. Тут чайкастая, на хомяка похож. Это что такое? Это мое любимое фото. Руслан, ты нормальный вообще? Я удаляю. Нет, ты что? Мне нравится. Фото... Дай мне телефон. Нет, я не отдам. Нет, ну надо удалить. Нет. Пожалуйста, я тебе... Так, ты никуда не уйдешь. А я и не собирался. Не достанешь? Руслан. Русечка. Достану. Ну, может, и не достану. Ну, отдай мне телефон, пожалуйста. Нет, 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 нет. Это просто ужасно. Давай так, поцелуешь, отдам.
Что делать, что делать? Мама сейчас придет. Руслан, уходи. Нет, ты что, мы своих не бросаем. Да я тебе говорю, я лучше сама с ней разберусь, чем вот еще порежешься, чем в компании с тобой. Слушай, давай просто выбросим ее, а она не заметит. Ты что, ты издеваешься? Уходи, тебе говорю. Нет. Дашунь, ты дома? Поздняк метаться. Мам, привет. Здравствуйте, Галина Сергеевна. Добрый день. Это я сделал. Да кто бы сомневался? Я случайно, ну, то есть ненарочно. Представляю, чем вы тут занимались. Мам, у нас было просто хорошее настроение и... И избавь меня, пожалуйста, от подробностей. Галина Сергеевна, я считаю, что по одной разбитой вазе человека не судят. А с какого момента мне вас судить? С того, как вы мне квартиру спалите? Мам. Что мам? Не парься, она побухтит и успокоится. Конечно, как только я уберусь, воцарится мир и покой. Она не злая. Вы еще узнаете друг друга получше, обязательно подружитесь. Давай. Мам, можно у тебя кое-что спросить? Да. Помнишь мою зеленую блузку, ручную работу? Я ее просто обожала. Помню. А помнишь, что с ней стало? Да. Я ее гладила и случайно прожгла. Именно, случайно. То же самое, как и Руслан с фазой. А я тебе тогда хотя бы слово сказала? Нет. Вот. Я же это и пытаюсь тебе объяснить. Нет. Руслан — это совершенно другое. Это человек, который создает проблемы. Сядь. Мам, откуда ты это взяла? Тебе полтора факта о нем рассказали, и ты уже делаешь выводы. Я мать, я чувствую. А я чувствую, что ты к нему несправедлива. Это бунт? Господа, я пригласил вас, чтобы сообщить приятнейшее известие. Такого ажиотажа у нас давно не было. Читатели раскупили весь тираж. Ну, это, конечно, приятно, но остается только одно. Версия, куда мог деться Крупенников. А может быть, его похитили бандиты? Он же богач. Да нет, не может быть. Ну как так? Рассорился с друзьями, уехал в город, напали бандиты. Два таких события в один день. Это на редкость. Согласен. А что могло с ним случиться? А у него не было садистских наклонностей? Сексуальных? Уже не говори ерунды. Ну, может, он спрятался и ждет, как будут действовать наследники. Тем более у его жены могли быть далеко идущие планы. Кстати, а что это самое то ли жена, то ли вдова говорит? Да ничего, вроде как была счастлива, когда я сообщила, что ее супруга видели живым. Тем более, что из-за этого с ее сына сняли обвинение. Галя, нужно взять у нее интервью. Извините, легка на помине. Да, Марианна? Конечно, я с удовольствием. Все, до встречи. Они все собрались у нее и приглашают меня. Да чего, милые люди. Отлично. Встречаем нашего Шерлока Холмса. Боже мой, я не верю своим глазам, кого я вижу. Это же наша акула-пера. Акула-пера. Ну, не обижай красивую, очаровательную жизнь. Павлик, это классика, книги читать надо. О, можно подумать. Галина. Вам налить или вы снова за рулем? За рулем. А вы отмечаете чудесное воскрешение?
Ну и думаем, что делать дальше. Ребята, я предлагаю опубликовать наше общее обращение в газете «Галина». Как? О, молодец. Или пускай Мариана сама напишет что-то такое трогательное, типа «Вернись, я все прощу». Ага, прощу. Галин, как вы считаете, это поможет его выманить? Выманить откуда? Оттуда, где он прячется. Ну, вы же сами сказали, что он жив. Я думаю, что это должно быть общее обращение. Я поговорю с главным редактором. Вот что значит иметь связи в мире журналистики. Ребятки, я хочу поднять тост за Галину. За то, что она спасла моего сына от тюрьмы. Спасибо тебе, Галочка, огромная. Браво! Ура! 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 Так, сгущенка вся? Да, вся. Или еще есть? Твоя щека осталась. А? Марьян, дай телефон, звякнуть надо по делу. А твой-то где? В лесу забыл? Давай тебя, говорят, я быстро. На. Вот недолго. Так, это печенье? Да, куда ставить? Ты не представляешь, я чуть с ума не сошла, когда его забрали. Тима. Спасибо за то, что вы для нас сделали. Да. Рада была помочь. Теперь осталось выяснить, где твой муж. Да, но ты же слышала, что они там говорят, что он придуривается, прячется где-то. Ну хорошо, если так. Если он вернется, извините, я с ним. Тим, молчи. Да, слушаю. Это Матвей. Приезжай в деревню к магазину. Дело есть срочно. Да, я сейчас. Алло. Ладно, пока. Пока. Еще раз спасибо огромное. Тима. Добрый день. Чего так долго? Торопилась, как могла, у меня же не вертолет. Что произошло? Пошли. А еще далеко? Кому как. Это как? У каждого своя привычка. Для меня 5 верст не крюк, а другой через 5 минут сядет на пень и дальше не двинется. Понятно. А можно помедленнее? У меня каблуки проваливаются. Вы сегодня охотились? Нет, по ягоды ходил. А ружье ба подгонять. Шибко не охочет до меня. Матвей, я не успеваю. Что, пришли? А чего я тебя сюда привел? Вы его сегодня нашли? Нет, на яблочный спас. Конечно, сегодня. Поутру пошел поохотиться, а лежу, лежит, отдыхает. Алло, Андрей Викторович, это я. Да, да, я хорошо. Мы тут тело нашли. Но этого Крупенникова, который на охоте пропал. Тут же в лесу нашли, где и пропал. Да, хорошо. Я вас встречу. Сейчас они приедут. Счастливо. Матвей, подождите. Вы же свидетель. Я? Я вообще не знаю, как ты тут оказалась. А уж он тем более. Ну, сейчас приедет следственная группа, они будут спрашивать, кто нашел, как нашел. Скажешь, гуляла, увидела. А мне с ними толковать нечем. Матвей! Бывай. В правой руке находятся ножны от ножа. Сереж, продолжим. Ну что у нас? Ну, убит давно тупым предметом по голове. Чем могли убить?
трудно сказать. Может быть, камень, может быть, приклад от ружья, может быть, что-то вроде трубы. Как давно убили? Примерно несколько дней назад. Примерно? Ну, я точнее могу сказать только после экспертизы. Кстати, тело хорошо сохранилось. Мы можем его перенести на сухое место? Ну да, если закончили, то перенести. Здесь уже искали, даже с собаками. Мы искали. Это очень странно. Странно, что вы здесь оказались. Вот это действительно странно. Кто вас сюда привел? Матвей, охотник. Так я и думал. Ну и где он? Ушел. Я предупреждала, что он не будет работать с полицией. Найди мне этого Матвея быстро. Что, задержать его как-нибудь не могли? Простите, товарищ подполковник, что я его наручниками к дереву не пристегнула. Это что, мне вместо спасибо? Тело рано или поздно все равно бы местные нашли. Ну-ну. Но вам спасибо. Огромное спасибо. Огромное вам, пожалуйста. Всего доброго. Подождите, Галя. Я надеюсь, что вы публиковать пока ничего не будете. Я вас понимаю. То есть статьи не будет? Будет. Это моя работа. А вы пофотографировать еще успели? Я все успела, но вам не покажу. Галя! Что за женщина, а? Так что, мы уже закончили? Да. Что? Что? Прости, это я хочу у тебя спросить. Что? Ну и что, что? Что нам теперь делать? Сначала мы сообщили, что пропал человек, его, кажется, убили, так? Ну да. Да. Дальше мы сообщили, о, ура, его не убили, он жив, ну, ура! Это так и было. Но... Нет, подожди. Что теперь нам делать? Вот что нам сообщить читателям? Как, по-твоему, лучше? Дорогие читатели, помните про того мужика, про которого мы писали, что он пропал, и мы думали, что его убили, а теперь нам удалось узнать, что потом его не убили, и вот, наконец, мы нашли его труп. Герман, ну, конечно, ты так все выкручиваешь, что это похоже на полный идиотизм. Вот. Вот я не знал, как это назвать. Идиотизм, точно. Прости, это что, ты сейчас меня идиоткой назвал? Нет, это ты из меня идиота сделала. Кто меня подгонял? Давай статью быстрее в номер. А кто мне сказал, что он пропал? Ну так он на тот момент пропал, сейчас просто выяснилось, что... Так, все, Гал, не знаю, делай что хочешь. Выкручивайся из этой ситуации, но чтобы завтра материал у меня лежал на столе. Я думаю, эту и вот эту. Ну как? Получается? Отстань. Галя, ну ты же знаешь, в нашем деле главный заголовок. Заголовок – это 50% успеха. У тебя есть заголовок? Сказано, отвали. Ну так давай вместе придумаем. Оксан, присоединяйся. Как тебе ходячий мертвец? Сказано же тебе, отвали. Или вернулся в лес, чтобы умереть. А он у меня сейчас получит. Так, 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 не надо агрессии. Убью. Ты очень сурова. Ну ладно, серьезно. Тебе помочь? Да чем ты тут поможешь? Идиотизм полный. Не знаю, как из этого выпутаться. Надо что-то придумать. Хм. Вот интересно. А чьи это ножны в руке? В смысле, чьи? Его? Его нож вот, на поясе. Макс. Вот так-то. А ты в меня хотела дыракова. Макс, спасибо. Ты гений. Спасибо, что пришла. Ну, может, договорились? Как я могла не прийти? Мне до последнего не верилось, что ты появишься. Слушай, как странно и чудесно, что мы встретились. Я считаю, что... Такие встречи, они не случайны. Ну, все бывает не просто так. Я вообще считаю, что случай может перевернуть всю жизнь. Наверное. Я часто тебя вспоминал. Правда? У тебя было яркое платье с маками. Ты стоишь на высоком берегу, прямо на обрыве у скалы.
за тебя небо, солнце. Лица при этом не видно, только силуэт твой красивый и изящный. Помнишь это место? Вообще не помню. Давай мы с тобой выпьем за нашу встречу. Давай. Давай выпьем, чтобы эта встреча имела продолжение. Я читал твои статьи. Да, и как тебе? Прости, а скажи, вот эти публикации про убийство, это для тебя морально тяжело? Это моя работа. А. Ну, просто есть другие темы в журналистике. Почему ты выбрала именно эти? Не знаю, просто так получилось. Давай ставим эту тему. А я тебе что, испортил настроение? Да нет, все нормально. Да? Ты познакомишь меня со своей дочкой? Ну, если хочешь, непременно познакомлю. Очень хочу. Ну, что мы все время обо мне? Расскажи что-нибудь о себе. И не скромничай. Ваши? Послушайте, я понятия не имею, как мои ножны оказались в руках у Михаила. Ну так предложите какое-то разумное объяснение. Ну, во время суматохи с поисками, вероятно, я просто потерял нож. Угу. А покойный его подобрал? Ну, возможно. Почему у него в руке оказались только ножны? Даже не догадываюсь. А вот мы догадываемся. У вас с Крупенником произошел конфликт, драка. Он выхватил у вас нож вместе с ножнами. А вы ударили его прикладом по голове. Слушайте, ну а тогда почему он не пырнул меня моим же ножом? Да просто не успел. Ну а где тогда сам нож? Вы его забрали и выкинули, а ножны не заметили. Слушайте, все это только догадки. А ваша версия, она никуда не годится. Спасибо тебе огромное, что приехала проводить Мишу. Не могла тебя не позвать, столько сделала, потому что... Найти его и вообще разобраться, что там произошло. Ну, разобраться. Это еще не получается пока. Васю звали к следователю. Обнаружилось у Миши в руках ножны от ножа Василия. Представляешь? Чем закончилось? Да ничем. Откуда мы знаем, как они там оказались? Нет, Вася не мог и не способен на убийство. Никто не сможет этого доказать, они промурыжили его полдня и отпусти. Да, еще многое предстоит выяснить. Имела наглость явиться. Это кто? Алина, любовница Миши. Начальница отдела его компании. И стыда, не совести. На похоронах я узнала, что у Крупенникова была любовница. Как ее, Алина, что ли? И вот что я подумала. Что, если он вышел из леса живым? Так, стоп. Что значит «если»? Ты что, опять в чем-то не уверена? Не придирайся. Так, он выходит из леса, поссорившись со всем светом, с друзьями, с партнером, с женой, с пасынком. И куда он двинет? Вот ты бы куда поехал? Так, давай без этих похотливых и развратных намеков. Мы говорим о Крупенникове, а я примерно семьянин. Однако же ты понял, о чем я. Что, если он поехал к любовнице? Ну, и что? Как что? Может, она имеет отношение к его убийству? Каким образом? Ее же не было в лесу. Но он тоже уехал из леса. Так, что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты помог мне собрать информацию на эту Алину. Нет. Ну почему? Нет. Ну давай попробуем. Знаешь что, Гал? Все, что мы можем на ней собрать, это будут всего лишь догадки. Опубликовать догадки о живых – это себе дороже. Ну, вообще-то я не должен вам этого говорить, но эту Алину мы уже отработали. Так вы знали, что у Крупенникова была любовница? Конечно, знали. Галина Сергеевна, вообще-то мы тут делом занимаемся. И выяснили все связи и контакты погибшего. И узнали, куда он мог поехать после охоты. Ну так что, мог он к ней поехать? Мог и поехал. Вот видите? Нет, не вижу. Он к ней поехал, Алина в этом призналась, но утром следующего дня он уехал, живой и здоровый. Да ты чего?
Не расстраивайтесь так, Галина Сергеевна. Ну, найдем мы этого убийцу. А есть свидетель, который видел, что он уехал? Да, есть. Любопытная соседка, которая не спит по ночам. И что она говорит? Все, больше я ничего не могу вам сказать. Я и так вам уже сказал, достаточно. Как у вас со временем? Вы вообще обедали сегодня? Может быть, вместе пообедаем? Спасибо. Я на диете. Давайте порассуждаем. А давайте. Спасибо. Вот работать я не люблю, а рассуждать обожаю. Помолчи сейчас, пожалуйста. Итак, что мы имеем? Тело привезли на место убийства позже, после того, как там отработала полиция. Да, и сделали это намеренно, чтобы навести на ложный след. Тело специально вернули в лес, чтобы все подумали, что убийство случилось в момент охоты. И ножны в руки убитому вложили специально. Согласен. Вывод. Вычеркиваем Василия, владельца ножен. Ну, не сам же он себя подставил. Ну, что-то же между ними произошло. Давай подумаем. Крупенников, рассорившись со своей компанией, уходит от них, ловит попутку, уезжает в город. Ну, предположим, ну, к любовнице. Почему бы нет? И тогда, возможно, наш предполагаемый убийца... Однозначно, из числа охотников. А кто еще знал, что тело нужно в лес вести? Умница. И наш предполагаемый убийца после встречи в доме Марианны, возможно, той же ночью или на следующее утро, выслеживает Крупенникова в городе, убивает его и привозит тело в лес, чтобы подставить другого участника охоты. И его же ножны вкладывает в руку убитого. И остается только одно. Узнать, кто этот убийца. Да. Самая мелочь. Тут-то я еще упустила. Должна быть какая-то зацепка. Ну ладно, я потом додумаю. Спасибо. Пока-пока. Пока. Я вас понимаю. Но это ваши проблемы. У вас тут написано акция. Ремонт и химчистка автомобилей со скидкой 50%. В течение месяца. Ну, да. Я знаю, кто убийца. Все это время я понимала, что какая-то важная деталь их разговора от меня ускользнула. И вот я вспомнила. Все вспомнила? Конечно, это все объясняет. Почему Крупенник из леса не поехал домой, и как его тело оказалось в лесу. Нужно обыскать его машину. Хорошо. Чью машину? Ты мне поможешь? Ну, конечно. Вы что, с ума сошли оба? Нужно их всех собрать в одном месте. Где собираем? У Марианны? Да, ты будешь их отвлекать, а я... Так, так, с тобой. Вы что, психи, там же убийца. Да, кстати, а кто убийца? Алло, да, Марианна, здравствуйте. Это снова я. Вы, возможно, не поверите, но мой коллега вычислил убийцу. Я? Ну, знаете, это не телефонный разговор. Да, вы всех соберете? Отлично. До встречи. Ну? Кто убийца? А я что, не сказала? Марианна, это Макс, мой коллега. Макс, это Марианна. Очень приятно. Мне тоже. Примите мои самые искренние соболезнования. Благодарю вас. А вас уже все ждут. Хочу представить вам, так сказать, официально моего коллегу. Макс в курсе расследования, и он сделал невероятные выводы. Он знает, кто убийца. Галина, Максим, вам что-нибудь налить? Да. Нет. Коньяк, пожалуйста. Ничего, ничего. Сидите. Благодарю. Ну, что ж, приступим. Вы все отправились на охоту, инициатором которой был Михаил.
хозяин этого дома. Вы заревали у реки, но ничего не добыли. Потом решили попытать счастье в лесу, ходили 2 часа, но тоже ничего не нашли. Затем на привале у вас произошла ссора, после которой Михаил оставил вашу компанию, бросив ружье. Вы все решили побродить еще по лесу, разошлись в разные стороны, и вскоре прозвучал выстрел. Ну и мы пока не услышали ничего нового. Подожди, Паш, не перебивай, продолжайте. И тут возникает вопрос. Кто стрелял? Кто стрелял? Кто? Этим вопросом задавалось следствие. На этот вопрос пытались найти ответ и мы. Никто из вас, это установлено, в тот момент не стрелял. Но в то же самое время, неподалеку, находился местный житель. Его зовут Матвей. Он уже сидел. Срок за убийство. Мог он убить? Мог, конечно. Мог, конечно. Мог. Но есть одно важное но. Мы знаем, что Михаил вышел из леса живым. А следовательно, с большой долей вероятности, его убили в городе. В итоге и следствие, и мы пришли к выводу, что Матвей не убивал Крупенников. Но кто это сделал? И тут возникает следующий вопрос. А куда Крупенников мог поехать из леса? Куда? Не знаю. Геннадий, вот вы. Как вы думаете, куда поехал Михаил? Понять не имею. А между тем, это принципиально важно. Ну да. И тут мы переходим к одной очень важной детали. К ножнам в руке убитого. Это реально зацепка. Как они там оказались? Кто-нибудь из вас видел, как Василий потерял нож или ножны? Я вообще не видел. Я не видел. Жаль, потому что если бы вы видели, кто их подобрал, вы бы знали убийцу. Геннадий, простите, вы куда? О, как говорят женщины, попудрить носик. Не будем вам мешать. Потому что именно убийца подобрал ножны и вложил их в руку Михаила, чтобы завести следствие в тупик. Алло. Андрей Викторович, это Галина. Мне нужен эксперт-криминалист. Ваш! Что ты здесь делаешь? Все успела рассказать? Ясно только одно. Что ножны должны были указать на Василия. Но убийца этот номер не прошел. Извините, я сейчас вернусь. Если ты сейчас гадин, мне перезвонишь и не скажешь, что... Отпусти ее! Эй, отпусти ее! Макс! Макс! Стоп. Макс! Ты как? Ты как? Господи, Галя, что случилось? Тебе вызвать скорую? Макс! Точно? Что с Геной? Мам. Да он сам виноват. Я его предупреждал, что если он, сволочь, продолжит меня шантажировать, я за себя не отвечаю. Я не понял, вы за что его убили?
Узнал, что вы его обманули и кинули на деньги? Вот вы бы что сделали, если бы вас к стенке прижали? У меня были схемы. Я вывозил древесину и ввозил оборудование. Ну и с налогами, как у всех. Крупенников узнал об этом. Вы что, боялись, что он сообщит таможникам или в налоговую? Да. Он бы точно использовал эту информацию. И просто отжал бы у меня бизнес. Мой бизнес, понимаете? А он мог? Он? Он предвкушал это. А на охоте просто прямо начал угрожать. Ссора с Василием подсказала вам выход из этого положения? Да. Я узнал, что из леса он поехал к своей подруге и подкараулил его недалеко от ее дома. Он сказал, что все его там хватились, бегают по лесу, ищут. Я предложил поехать в лес и разыграть чудесное появление. Он был выпивший, и эта идея его очень развеселила. Мы поехали. Только вот на полдороге он что-то заортачился и что-то разозлился и снова начал меня оскорблять. Напоминать, что скоро мой бизнес станет его. Дорога была пустынная. Я оставил машину, слово за слово. В общем, драка началась. Я его монтировкой. Потом еще раз. Потом еще раз. И еще раз. В общем, когда я очнулся, тело в багажник погрузил и в лес отвез. Машина вот только подвела. Да. Жаль, сломалась. И кровь долго затирать надо было. Жаль, химчистку не успел. Да, алло. Да, Галя, мы установили, чья это кровь. Только что получили признательные показания, закончили допрос. Так что я звоню сказать вам спасибо. То есть все-таки я бываю иногда полезна? Ну зачем вы так? Я вам правда признателен и говорю это совершенно искренне. Я вам верю. У меня совершенно случайно всплыла эта часть их разговора, и я не вспомнила. О машине? Ну да, что у Геннадия сломалась машина, и он сам ее чинил. Мужчины над ним подшучивали, а у меня засело это в голове. И вот потом я поняла, что это зацепка. Он не мог обратиться в сервис, не мог вызвать эвакуатор, потому что у него в багажнике был труп, и потом кровь. И вот поэтому он сам с ней возился. Да. До свидания. Ты намылилась. Гулять. С кем, если не секрет? Не секрет, мама, ты прекрасно знаешь. Знаю. Я же тебя просила. Ну, ладно. Слушай, тебе там какой-то чмошник звонил. Чмошник, Даша. Ну, короче, он спросил тебя, я ответила, что тебя нет. И тогда он сказал: возможно, она забыла о прошлом, но я-то помню все. Странный какой-то. Хорошего вечера.